Так, ладно, что, можем начинать, наверное? Давайте там начнем с того, что я представлюсь, кто я такой. Потом ребята по очереди будут свою часть лекции рассказывать. Сотрите красную точку, пожалуйста. Вот, значит, меня зовут Саша Гришутин, я студент 5-го курса МФТИ. Вот, давно еще с 9-го класса занимаюсь олимпиадным программированием и преподаю тоже с незапамятных времен примерно тогда же. Вот, значит, сегодня у нас тема лекции — это сортировки. Значит, давайте начнем. Но начнем мы с базовых вещей. Значит, научимся вообще понимать, как оценивать время работы алгоритмов. Вот, ну, то есть сейчас немножко формализм наведем. Вот, вопрос такой. Значит, вот представьте, что у вас есть алгоритм, который работает, скажем, на входе размера 100, там, скажем, 1000 секунд, ой, господи, не 1000 секунд, там 1 секунду, а на входе размера, там, скажем, 10 000, 10 там в пятой, он работает, ну, например, 0,5 секунд. Ну, такой странный алгоритм, да? А есть другой алгоритм, который работает на входе размера 100, полсекунды, на входе размера 10 в 6, 0,5 секунд. Как, по вашему мнению, какой из этих алгоритмов лучше? Второй. Почему? О, сейчас, извините, здесь не 0,5, здесь 1. Да. Одну секунду. Вот. Какой из них лучше? Тогда в зависимости от того, какие данные мы планируем вбивать. Так, то у кого-то микрофон не очень. Так, Нашел значит. петличку свою. Окей, так, смотрите, значит, вот, правильно, ну, что вы имеете в виду под фразой «зависит от того, какие данные будем вбивать»? Но если мы планируем запускать этот алгоритм на входных данных в пределе там 10 в третьей, то Вот, лучше а я, конечно. Глеб, замечу, пожалуйста, там. Да, все верно. Значит, зависит от того, действительно, на каких данных мы собираемся работать, вот. Ну, хватит рисовать. И, значит, вы меня расстраиваете. Хватит, пожалуйста, хулиганить. Значит, итак, у нас есть два алгоритма. Значит, если у нас, соответственно, данные бывают вот только вот такого вот размера, типа 100, то нам, конечно, выгоднее использовать второй алгоритм, да? Но если у нас данные большие, то выгоднее использовать, наоборот, первый алгоритм. Вот. И тут, соответственно, возникает вопрос, как нам, вообще говоря, оценить вообще, насколько алгоритм хорош. Соответственно, если... Ну, и в науке принят такой подход, значит, называется это Симптоматика. асимптотический анализ. Да, значит, мы будем оценивать не сколько он работает на каких-то конкретных данных, а будем оценивать, сколько он работает в зависимости от размера входа. Соответственно, вот у нас пусть какая-то t от n — это время работы алгоритма на входе размера n. Что такое размер входа — это вопрос очень философский, но там, допустим, мы считаем какой-нибудь граф, в нем что-нибудь делаем, и тогда размер входа — это количество ребер и количество вершин в графе, например. Вот. Соответственно, t от n — это некоторая функция, которая выражает, сколько времени работает алгоритм на входе вот какого-то размера n. Значит, ну, тут возникает логичный вопрос, а что вообще такое, как в чем измерить, сколько работает программа? Вот ваше предположение. Количество действий. Ну, А, понял. что такое действие? Ну, Арифметические единицы, как раз. Общее количество проходов нам надо по... принять, что какое-то действие работает за единицу, и потом посчитать, какое количество этих действий в нашем алгоритме. Да, вот. И тут, значит, вот на самом деле оказывается, что и тут даже бывают разные модели разные. И мы с вами будем работать с так называемой RAM-моделью. Значит, что такое RAM-модель? RAM-модель — это когда у вас есть память. Большая память, да? Вот это вот ваша... RAM — это Random Access Memory. Вот. И правила там такие, что к любой ячейке памяти вы можете за от единицы обратиться, то есть прочитать, что там написано. И за время от единицы можете в нее, наоборот, записать что-то.
И, соответственно, базовыми операциями, чтение базовыми операциями, в которых мы будем все измерять, в общем-то, и будет как раз количество операций read-write. Дальше там возникают, ну, такие небольшие технические тонкости в духе, что, ну, наша программа, она там еще всякие ифы делает, что-то форы бывают, в общем, интересные всякие вещи. Вот. Ну, оказывается, что на самом деле все операции, которые у вас происходят в вашем программировании, они на самом деле вот, выражаются через read-write, и причем каждая из этих операций выражается как константное количество там операций read-write. Ну, когда у вас будет там какой-нибудь курс в институте операционных систем, вам расскажут про ассемблер и про то, как работает процессор. Вот, собственно, там значение читается из памяти, записывается в регистр процессора, и он их там их сравнивает. Вот. Ну, важно из этого вывести, что любая операция выражается как read-write, как через константное количество. Поэтому мы можем в целом считать, что любая такая базовая простая операция, типа прочитать ячейку в массиве или сравнить два числа, это операция, которая выполняется вот за, ну, за какую-то константу. Ну, то есть можно сказать, что это просто одно действие, и нам, в принципе, не важно. Вот, но вернемся к нашим TATN. Значит, соответственно, мы договорились, да, что это количество read или write операций. Да. Вот. Ну, понятное дело, что это количество, оно, типа, разное в зависимости от того, какие вы подаете входы в ваш алгоритм. И принято такой, ну, значит, подход, значит, что мы будем оценивать, ну, оценить точное количество. Ну, обычно это не очень приятно, потому что там плюс-минус единички, константы умножения. Поэтому принято вместо точного количества операций оценивать асимптотическое. Значит, давайте я напишу определение, а потом поясню, что это значит. Значит, принято говорить, что вот если у вас какой-нибудь алгоритм, ну, любой какой-нибудь бин-поиск, да, например, значит, binary search, binary search, он работает, значит, на входе n. Принято говорить, что вот время работы binary search на входе размера n — это O большое от чего? От логарифма n. Да, от логарифма n. Значит, ну, логарифм двоичный. Основание логарифма мы сокращаем, потому что оно не... Да-да-да. Ну, это мы сейчас обсудим. Значит, вот принято вот так вот говорить. Значит, что подразумевается под этой записью? Значит, это означает, что с ростом n количество операций ограничится сверху логарифмом с точностью до какой-то константы мультипликативной. Значит, если нарисовать картинку. Вот у вас есть график зависимости. Вот здесь мы откладываем n, то есть разные... n — это размер массива. Вы откладываете там разные n, и вот меряете, сколько ваш алгоритм работает. Вот если вы отмерите там честную функцию, ну, как-то там... какие-нибудь там могут какие-нибудь интересные всякие зависимости. То есть она не обязательно ведет себя как алгоритм, но приблизительно как алгоритм. Ну, так себе алгоритм получился. Значит, как-нибудь вот так вот. Бац, 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 бац. Вот. Ну, такой-то такой вот графичек, да? И, соответственно, O большое означает, что если вы возьмете функцию логарифм, то начиная с какого-то момента, черный — это честный логарифм. Вот он так идет, 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 идет. И вот начиная с какого-то момента все красные точки окажутся снизу от этого логарифма с точностью до константы. То есть вот если вот это вот, это график функции c на логарифм двоичный n, то вот начиная с какого-то момента, вот этого вот момента n0, все красные точки должны находиться вот под этим графиком. Вот это означает, соответственно, что одна вот эта вот функция, которая по размеру массива выдает, сколько на ней работает бин-поиск, вот это означает, что она работает за O большой от логарифма двоичной n. Аналогично с O большим, соответственно, O большой — это оценка сверху. Аналогично с O большим вводится омега большое от логарифма двоичной n. Это то же самое, только оценка снизу. То есть если вы говорите, что бин-поиск работает за омега большой от логарифма двоичной n, это что означает? Это означает то, что начиная с какого-то момента, с n0, все вот красные точки должны быть не под графиком, а наоборот над графиком. То есть мы знаем, что вот мы, если мы так пишем, то это означает, что вот это является оценкой снизу. Ну и, наконец, если у вас функция является одновременно O большое от другой и омега большое от другой функции, то пишут θ большое.
СНТ это большое, это означает, что вот если вы нарисуете раз график и какой-нибудь еще такой зеленый график, вот это там c2 на логарифм n. Вот. Соответственно, если вы делаете тета, то начиная с какого-то момента вот между двумя графиками должны быть все красные точки находиться. Саш, прости, что перебью. Тебя спрашивают про смысл оценки снизу. Смысл оценки снизу очень просто. Если вы доказываете, что какой-то алгоритм работает, ну, знаете, что какой-то алгоритм работает слишком медленно, значит, он работает точно не меньше, чем вот столько на больших данных, то, понятное дело, что вы этот алгоритм не будете использовать. Ну, значит, у нас в курсе будут алгоритмы, в которых мы знаем только оценку сверху на время работы. Вот. Но оценки снизу не менее полезны, ну, потому что они просто дают нам информацию о том, что какой-то алгоритм, ну, наверное, нет смысла применять, если нам нужно, чтобы что-то работало быстрее, чем логарифм. Если мы знаем, что наш алгоритм работает немедленнее, чем логарифм, то его нет смысла использовать в этой задаче. Я ответил на вопрос. Владос говорит хз. Не, он раньше сказал. Михаил говорит да, что ответил. А, хорошо. О большое — это оценка сверху, а омега большое — это оценка снизу. Вот, ну, скорее всего, вы раньше там слышали только оценки сверху. Но вообще оценки снизу не менее полезны. Вот. А оценка прям такая — это прям вообще редкая удача в нашей жизни. Ну ладно, нет, не редко, на самом деле, довольно часто. Вот, ну, значит, сегодня у вас будет еще пример алгоритмов сортировок, и там вам вот про каждую сортировку скажут, как она оценивается сверху, как она оценивается снизу. Вот. Так, значит, так. Про асимптотики. Есть ли вопросы вот про эти графички? Все ясно? Ну, давайте я сейчас здесь на этом графике пометочки оставлю. Типа вот, значит, все, что под графиком, это... Еще раз про тету, пожалуйста. Про тету, значит. Давайте я вот просто нарисую здесь. Вот, это O большое от логарифма двоичной n. То есть если начиная с какого-то момента все находятся под графиком, то это O большое. Если начиная с какого-то момента все находятся, наоборот, над графиком, то это омега большое от логарифма двоичной n. А тета — это если начиная с какого-то момента они находятся вот под графиком с одной константой, но над графиком с другой константой. То есть если вот здесь, вот, то здесь находится тета. Это очень схематичное пояснение, чтобы дать какую-то интуицию. Почему у нас омега большое над о большое? А, смотрите, значит, утверждение такое, что если ваше... вот давайте мы рисовали красным, давайте рисовать, скажем, зеленым, да? Нет, зеленый у нас уже есть. Папа синий. Значит, вот рассмотрим какой-нибудь вот такой вот график. Там бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давайте я буду не точками рисовать, значит, а просто... Так, конечно, неправильно, но мы с вами забьем на это. Саша, вот я тебя еще секунду перебью. Да, действительно, логарифм x не определен, но мы считаем, что вам не могут подать массив отрицательного размера, а то, что немножко попало за графики, но это потому, что мы рисуем, ну, руками, это, извините, неудобно. Извините, пожалуйста, да, это неправильно. И еще тебя спросили, можно ли считать, что это минимальное удельное время, за которое программа может работать. У меня физика давно была. Удельное время — это что, напомните? Это на единицу времени, кажется. Не уверен, что это какое-то правильное слово, чтобы здесь использовать. Да, в общем, мне это не нравится. Лучше определяйте, как определил Саша. Сейчас. Значит, вопрос был какой еще раз? Что там про удельное? Так. Минимальное удельное время, за которое программа может работать. Нет. Смотрите. Асимптотика — это мы оцениваем не одно действие, а мы оцениваем время работы алгоритма. Время работы алгоритма — это какая-то функция. Оценивать саму эту функцию не очень прикольно, потому что, ну, там всякие мелочи, типа там ифы разные, то есть в зависимости от размера входа время работы может различаться, то есть оно может идти не как нормальная функция. Поэтому мы забиваем на это и оцениваем просто сверху. Вот видите, вот здесь вот такая функция, она какая-то дерганная, странная. Вместо этого, вот эта красненькая, давайте я нарисую по точечкам. Вот она какая-то... Непонятно, да? Вот. Вместо этого мы оценим сверху. Ну, потому что оценить сверху — это достаточно легко. Ну, мы увидим, какими техниками можно для этого пользоваться. Вот. И поэтому в computer science, в нашей с вами науке, вместо асимптотик, вместо точной оценки времени работы используют асимптотические.
Вот можно асимптотически оценить сверху, асимптотически оценить снизу, и можно асимптотически сказать, чему функция просто равна. Вот тета — это когда у вас функция асимптотически ведет себя так же, как какая-то другая. То есть если вот у вас функция вот такая вот, ну, давайте я нарисую, вот, вот синий график здесь, он ведет себя асимптотически, растет асимптотически быстрее, чем логарифм, потому что вот с этого момента она все время находится над логарифмом с константой какой-то там c. Красная функция ведет себя асимптотически меньше, ну, растет медленнее, чем логарифм, потому что вот начиная с этого момента она ниже, чем вот этот график находится. Вот, если бы мы нарисовали еще вот такой график розовый, давайте, значит, вот такой график, вот такая функция ведется асимптотически как логарифм, потому что она заключена между логарифмом на одну константу и логарифмом на другую константу. Вот, соответственно, вот, розовая функция — это асимптотический логарифм. Так, вот. Ну, мораль в целом какая? Значит, зачем вообще нужен асимптотический анализ? Вот мы уже с вами поняли, да, что бывают алгоритмы, которые работают на маленьких входах долго, зато на больших быстро. И если нам нужно оценить время работы программы на больших тестах, то обычно используется как раз асимптотический анализ, потому что он нам дает примерно понимание того, сколько времени работает программа на больших тестах. Ну, то есть если мы знаем, что там какое-нибудь дерево отрезков работает за логарифм на запрос, то означает, что вот мы можем посчитать количество запросов, умножить на логарифм от, от максимального размера, и вот получим вот такую вот оценочку примерную время работы. Значит, ну, тут говорят стандартное заклинание, что современные тестирующие системы успевают за секунду сделать 10 восьмой операций. Это если вы пишете на языке C++. Питошка. Что? Питон, я не готов сказать. В мое время питон был 10 в пятой операции. Зависит от того, что вы используете, потому что многие библиотеки очень сильно оптимизированы. Ну да, 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 короче. Но я бы не рассчитывал больше 10 в шестой. Тоже не совсем, там очень сложно. Поэтому оценивайте как 10 в шестой в лучшем случае. Пишу, значит. Вот. Это вот так, такие вот эвристики, которыми можно пользоваться при оценке работы алгоритма. Ну, то есть, как выглядит типичное решение задачи. Вы там читаете условия, у вас там написано там TL 2 секунды. Вы знаете там, что у вас алгоритм N до там 10 в шестой, там M до, скажем, 10 в четвертой, и вы такие, да, даже там до 10 в третьей. И такие, о, ну, короче, алгоритм, который работает за O большой от N на M, он, ну, типа, вот так вот обычно говорите, что ну, оценка, ну, O большой, это, конечно, не очень, вот если вы знаете, что он вот так вот работает, то есть он работает за примерно 10 девятый. Вот. Ну, то есть он делает не больше, чем 10 девятой операций. То, наверное, такой алгоритм нам не подойдет, потому что он, ну, ладно, нет, 10 девятых еще может быть, вот если мы здесь напишем, скажем, 10 четвертый, то вот этот алгоритм нам точно не подойдет уже. Если где будет 10 десятый, то понятное дело, что мы проиграем. Вот. Ну, вот вы смотрите на задачу, придумываете какой-то алгоритм и думаете, подходит он или нет. Если не подходит, думаете, как его улучшить. Если подходит, спокойно пишите. Вот. Ну, в общем-то, база, наверное, все. Значит, еще нужно какие-то организационные моменты сказать, значит, давайте проговорю. Стандартный формат работы у нас такой. Сначала лекция, 2 часа. Потом там перерыв на покушать, просто отдохнуть морально, там полчаса. Потом мы решаем контест. Во время решения контеста, соответственно, вы можете, ну, и нужно задавать вопросы. Задавать вопросы можно здесь устно, мы будем в Zoom, либо можно письменно в общем чате. Значит, формат работы с вопросами такой. Если у вас есть какой-то вопрос по алгоритму, по лекции или по условию, то задавайте его обязательно в общий чат, потому что, скорее всего, не только у вас есть этот вопрос. Вот. И, ну, и, во-первых, если вы зададите в общий чат, то больше, ну, большая вероятность того, что какой-то такой же вопрос и ответ на него поможет не только вам, но и другому человеку. Но еще удобно это тем, что если человек, который читает чат, то есть не я, не Глеб и не Андрей, знает ответ, он может вам ответить. И вот. Таким образом мы оптимизируем количество... Ускоряем время работы, так сказать, нашу систему, отзывчивость нашей системы, и при этом развиваем горизонтальные связи в нашем обществе. Вот. То есть в целом мы пропагандируем подход помогать друг другу, ну, то есть очевидно не списывать, списывание это вообще говоря плохо, я еще вам скину видео, почему списывание это плохо. Вот. Но умение там, ну, то есть
если вы обсуждаете решение задачи, и каждый потом это вместе котит, то это нормально. Так, например, командные олимпиады работают, вы там втроем решаете задачи, ну, там обычно там, двое думают на задаче, один что-нибудь еще кодит, вот, но в любом случае в командных олимпиадах больше успеваешь решить, потому что когда решаешь с другом, обычно продуктивнее получается, вот. Ну, собственно, мы вас убеждаем, что вот если у вас есть какой-то товарищ, с которым вы хотите обсудить задачу, обсудите. Если у вас нет товарища, можете попробовать написать в чат, возможно, кто-то хочет с вами скооперироваться. Это тоже приветствуется. Вот. Но главное не списывать и следить за тем, что вы не просто обсудили, а потом скатали код, но вы поняли решение и можете его самостоятельно написать. Самостоятельность — это вообще важный жизненный навык, и вот в контестах его тоже стоит придерживаться. Ты не против? Я озвучу несколько ответов на вопросы. Давай. Во-первых, во время контеста вы не обязаны сидеть в зуме. Более того, вы не обязаны также быть. Но это позволяет вам задать нам лишние вопросы, на которые мы быстро ответим, что поможет вам задать задачу получше. Можно ли будет сразу без перерыва решать контест? Да, можно. Да, можно, но как вопросы задавать тогда? Еще раз повторю краткий алгоритм. Вы задаете вопросы в общий чат. Если вам могут ответить, то вам отвечают. Если нет, то ответим мы через какое-то время. Да, вот. Насчет Сашиного аргумента про то, что пишите код самостоятельно, в какие-то моменты мы можем вас спросить, а что вы здесь написали? Объясните нам, пожалуйста. И если вы не сможете объяснить свое решение, будет очень грустно. Да, ну, мы будем смотреть ваши посылочки, и если там... Да, значит, еще про посылки. Значит, Андрей просил передать, да и, в общем-то, я тоже с этим согласен, что если ваш код написан не очень хорошо, а что такое хорошо, вам потом расскажет Андрей, мы будем этот код отвергать, ну, то есть мы будем писать, вот смотри, у тебя здесь код плохо написан, потому что там, например, у тебя везде все, в общем, одним сплошным кусочком, без пробельных строк и так далее. Так плохо, так нельзя читать. Вот. Ну, или там у вас название переменных, типа lolkek. Вот. Такое тоже не надо делать, нужно, чтобы они хотя бы в половину были осмысленные. Логин, пароль в контест мы дадим, как только закончится лекция. Вот. Обращаться к Глебу. Так, дальше, значит, что еще? Контест имеет ограничения по времени. Контест безграничен, если для просто дорешивания, но в какие-то моменты у нас будет такая вещь, которая называется коллоквиум. Там мы будем выставлять промежуточную оценку. Она будет каждый семестр. Собственно, там мы будем, возможно, опираться на результаты контеста. То есть настоятельно рекомендуется прочитать контесты до конца семестра. Но чем быстрее, тем лучше, чтобы вы поняли тему, и чтобы вы могли на следующее занятие уже сказать, я уверен в этой теме, я могу понимать следующее. Да, соответственно, в конце, да, коллоквиум будет в конце семестра, на котором мы всех нерадивых, так сказать, отчислим. Вот, поэтому, если вы не хотите быть отчисленными, лучше решайте. Вот, но правила у нас обычно добрые, отчисляем мы только совсем тех, кто там, хоть, наверное, просто перестал ходить на занятия, но если вас решено мало, то нам будет грустно просто на это смотреть, и вообще непонятно тогда, зачем кружок, если вы его не решаете. Вот. Наверное, про свою часть я закончил, и мы можем перейти к сортировкам, и, Андрей, тебе слово. Привет, меня слышно? Меня слышно? Да, тебя слышно. Да, слышно. Да. В общем, меня зовут Андрей, я учусь на ПМИ в Высшей школе экономики. Возможно, многие должны будут туда, потому что это очень хорошее место, и туда все, в общем-то, и идут. Ну, давайте начнем с сортировки. Меня видно, правильно? Доску видно, все хорошо. Да. Ну, тебя слышно чуть хуже, чем... Но ты пиши лучше крупнее, потому что доска там примерно в... Или подвинуть. Я могу подвинуть микрофон, и тогда меня, вероятно, будет слышно немножко лучше. Так, вот сейчас лучше слышно? Нормально, короче. Окей. Я могу, наверное, громкость увеличить, если это здесь делается. Да не, слышно. Не работает. Ладно. Так. Первая сортировка. Начнем мы с квадратичных сортировок. То есть сортировок, которые работают за O от n квадрат. В худшем случае. Понятно, что все сортировки, почти все, работают в лучшем случае. То есть когда там когда данные очень хорошие, и там, например, массив уже заранее сортирован, они работают на самом деле гораздо быстрее, чем верхняя оценка. Но мы будем оценивать в худшем случае, потому что нас интересует именно он. Вот. Андрей,
Очень-очень-очень блекло видно. Можешь маркер получше сделать, пожалуйста? Я могу черным писать. Да-да-да, лучше, видимо, только черным. Давай проверим. Так, всем, да, видно нормально. Ну, мне вроде нормально. Ну, вот это красным даже было видно. Да? А, сейчас, в принципе, можно просто Андрея сделать побольше. А, вот, да, я сделал Андрея побольше, все нормально. Окей, я да. могу еще камеру побольше сделать. Еще чуть-чуть, вот так нормально, да, все. Вот так. Окей. И начнем с сортировки выбором. Как работает такая сортировка? Вот нам дали, например, массив элементов. Каких-то чисел или чего-нибудь другого, что мы умеем сравнивать. И мы хотим, вот, например, нам дали массив там, 3, 2, 6, 1, 4. И мы хотим на выходе переставить элементы так, чтобы они были сортированы. То есть в итоге мы хотим получить массив 1, 2, 3, 4, 6. Вот. И, собственно, задача сортировок в целом пытается решать задачу как можно быстрее для разных входных данных. Так, сортировка выбором заключается в следующем. Мы на каждом шаге алгоритма мы выбираем наименьший элемент, проходимся по всему массиву, выбираем наименьший элемент, например, вот, пусть элемент был наименьший, и перемещаем его в начало массива. После чего все элементы, которые шли после него, они сдвигаются на один вправо. Соответственно, мы таким образом минимальный элемент перенесли в начало массива. После этого мы берем оставшуюся сейчас массиву, то есть вот у нас этот элемент оказался в начале, здесь его больше нет, и мы соединили все эти элементы в один, то есть этого элемента больше нет, и мы сдвинули массив так, что он стал теперь непрерывным, и вот здесь наши элементы мы все скопировали. И теперь на оставшемся суффиксе массива мы находим снова минимальный элемент и снова перемещаем его в следующую позицию. Например, с этим, как будет с таким массивом. Мы пройдем сначала, и так до конца делаем, пока массив не окажется полностью отсортирован. То есть в таком массиве это будет выглядеть следующим образом. Сначала мы пройдем, найдем единицу, минимальный элемент, и переместим ее в начало. Соответственно, массив станет выглядеть следующим образом. Мы единицу переместили в начало, потом у нас тройка, двойка, шестерка и четверка. После этого мы находим, вот у нас теперь здесь сортированный массив, а здесь еще не отсортированный. Берем минимальный элемент из оставшихся. Ну, просто проходим все элементы, находим минимальный элемент. Это двойка. Теперь перемещаем двойку вот сюда, хотим переместить. Для этого мы все, что здесь, сдвигаем сюда, соответственно, получаем массив вида 1, 2, 3, 6, 4. И у нас уже эта часть сортирована. Дальше мы смотрим на оставшуюся часть массива. Опять же, выбираем следующий элемент минимальный. Это тройка. Ну, она уже на своем месте, поэтому тут в целом ничего не меняем. А здесь на следующем шаге уже четверка найдется, переставится вот сюда. И здесь будет 4. Здесь будет 6. И таким образом массив будет сортирован. Сколько это работает? Вот мы на каждом шаге алгоритма выбираем какой-то минимальный элемент. Это мы делаем просто честно, проходя по всем элементам массива и сравнивая, находя минимальный. Это работает за O от N, то есть один шаг. Алгоритм работает за O от N. И вот мы как раз такое делаем. У нас всего N элементов, и мы каждый раз уменьшаем наш несортированный суффикс на единицу его длину уменьшаем, тем самым увеличивая размер сортированного на единицу. То есть у нас в итоге будет полностью массив сортирован. Соответственно, мы делаем n раз по от n. Ну, то есть получается на самом деле действительно o от n квадрат. То есть мы делаем n шагов, и на каждом шаге мы за o от n находим минимальный элемент, переставляем его в начало, и еще за o от n сдвигаем то, что нужно сдвинуть вправо. Вот.
Можно писать реализацию? А, да, вопрос. Каким образом мы будем сдвигать все элементы вправо на один? Просто честно сдвигаем. А почему просто не менять с начальным? Ну, свап один. Ну, можем и свапать с начальным. То есть тут не важно на самом деле. Просто если мы будем делать таким образом, то сортировка будет стабильной, о чем мы поговорим чуть позже. Ну, просто мы как бы тут в чате точнее обсуждают о том, что если ты будешь сдвигать именно элемент, да, который находишь минимальный, то тебе придется сдвигать, значит, все элементы, которые идут до него, на единичку. Ну, а это уже n-куб выходит, если мы заучитываем этот факт. Это не выходит n-куб, потому что мы делаем n итераций, и сдвигать элементы мы умеем за от n суммарно мы элементы сдвигаем. То есть вот как у нас выглядит алгоритм? Давайте все-таки напишу реализацию. Получается, что для каждой замены элемента мы сдвигаем за линию все элементы, а замен всего n квадрата. Да, но мы все равно элемент ищем за от n, поэтому... Нет, замен от n. Мы ищем... У нас одна замена только, она как бы... На один... За один проход алгоритм у нас одна замена. Что мы делаем? Мы... Вот у нас массив A, да, есть какой-то. Мы хотим его отсортировать. Мы говорим for, нам нужно делать n итераций, то есть от 0 до n минус 1. Мы делаем следующее. Видно код или плохо? Все классно. Видно. Хорошо. И теперь мы хотим найти минимальный элемент, то есть мы говорим, там x это минимальный элемент в массиве A, с позиции i до конца. Ну, то есть это просто, я сократил запись, грубо говоря, это просто суффикс массива, начинающийся с позиции i, заканчивающийся с позиции n минус 1. После чего, как вы говорили, мы можем, кто не вам это сказал, но мы можем действительно просто поменять этот элемент с элементом на позиции i. Тогда вот эта операция выполняется, заметьте, эта операция мы делаем за от n. Потому что мы проходим по всем элементам и находим среди них минимальный. Далее. Мы все элементы, то есть проводим еще один цикл. И теперь мы пойдем с конца. Мы пойдем с позиции. Вот это, давайте здесь это минимальная позиция. То есть это не минимальное значение, x это минимальная позиция. Давайте делить не x, это будет p. Извините, а когда мы определяем минимальный элемент из всех оставшихся элементов, то почему это o от n, если мы не всегда проходимся по всем элементам? Типа у нас ведь i может быть верхний и предел. Последним. Верхняя оценка. Асимптотика же. Да, это у нас верхняя оценка, то есть мы в худшем случае, то есть если массив выглядит как, не знаю, 4, 3, 2, 1, то мы действительно сделаем десятый квадрат 10. То есть мы сначала пройдем по всем элементам, найдем единичку, потом пройдем по всем элементам, найдем двойку, потом пройдем по всем найдем тройку, оставшимся четвертую. То есть у нас, ну, это в худшем случае получается n квадрат всегда. Ну, в лучшем случае это вообще работает достаточно быстро. Нет, подождите, это не работает быстро. Мы минимальный элемент ищем за линию, и мы делаем, ну, мы проходим по всем элементам, мы не знаем, вот мы нашли какой-то минимум, мы не знаем, вот у нас есть массив, да, какой-то, мы хотим найти в нем минимум. Мы не можем просто утверждать, что вот этот элемент минимальный. Нужно смотреть еще все оставшиеся, потому что минимум может быть среди них. Поэтому здесь в любом случае получается n квадрат. Это сортировка работает и в лучшем, и в худшем случае за n квадрат. Ну, ее никак не исправить уже. Я быстренько вставлю свои пару копеек. Вот смотрите, если вы хотите посчитать вот прямо честное время работы вот этой операции, то типа на первом шаге n действий, на следующем n-1, на следующем n-2 и так далее, и получается n на n-1 пополам. Вот эта функция, она ведет себя как n квадрат. Но это не n квадрат, но она и сверху, и снизу оценивается как n квадрат. Вот поэтому мы будем писать, что это вот суммарное будет как раз от n квадрат, потому что сверху можно так оценить. Вот это ровно то, о чем мы говорили вначале. Время работы получается на самом деле n на n-1 пополам операций. Потому что мы сначала берем, мы начинаем с длины n, находим среди n элементов минимальный, потом мы находим среди n-1 элемента минимальный и так далее до единицы. Вот. И эта сумма, кто не знает, равна как раз nn плюс 1 пополам на самом деле. Да, вот. Да, ты прав. Она равна nn плюс 1 пополам. Но эта функция на самом деле, она ведет себя примерно как от n квадрат. Ну, как примерно? Она ведет себя как от o большой от n квадрат. Потому что она на очень больших числах, она
она явно больше, чем просто u от n, она явно больше, чем u от n log n, она почти n квадрат. То есть на самом деле вот это оно максимально близко n квадрат, это почти всегда n квадрат на самом деле выглядит так в алгоритмах, потому что почти всегда вы не проходите по всем n квадрат парам, грубо говоря, элементов, и очень часто вы будете видеть именно такое произведение, и это n квадрат на самом деле. Вот. Соответственно, вот мы нашли позицию минимального элемента, и теперь хотим его переместить в начало. Для этого мы хотим... Вот у нас был массив. Давайте напишем здесь. Вот массив, да? Вот элемент массива. Вот мы сейчас рассматриваем какой-то... Здесь у нас уже все сортировано, здесь все хорошо. И у нас и находится вот здесь. То есть вот у нас и-то элемент. И мы хотим вот на таком суффиксе найти минимальный элемент и переставить его в начало. Вот мы нашли позицию минимального. Вот у нас P, позиция минимального элемента. Теперь мы хотим все элементы, находящиеся вот здесь, передвинуть вот сюда, чтобы здесь образовалось место, куда мы сможем этот элемент поставить. Вот. Давайте это сделаем так. Мы сначала вот этот элемент мы запомним просто куда-нибудь. Просто какую-то абстрактную переменную сохраним. Потом этот элемент передвинем вот сюда, этот элемент передвинем вот сюда, а этот передвинем сюда. И здесь раз образуется место, куда мы этот элемент переместим. Вот, соответственно, да, мы хотим сохранить нашу переменную, куда-то хотим сохранить, то есть мы хотим сказать, что x равно a от p, p это позиция. И теперь мы хотим идти от x, идти от p. Мы хотим идти до i плюс 1. То есть в обратную сторону. То есть мы как бы это цикл на самом деле вычитать единичку каждый раз их же. И мы хотим поменять местами. Мы хотим вызвать своп. От h минус 1 и h этого. То есть мы делаем ровно то, что я тогда нарисовал. И в конце у нас остается x, и у нас остается свободное место в элементе ai. То есть ai у нас остался свободным. Только случай, когда i равно 1 надо, i равно 0 надо if заифать, чтобы к минус первому элементу обращения не было. А его здесь не будет, у нас же цикл, он выглядит, как если мы пишем цикл, мы его пишем вот там, если видно же будет. А, да. Да, да, там, в общем, не будет, если мы нормально пишем цикл, мы напишем его, грубо говоря, вот так, мы напишем for int g равно p, и пока p больше либо равно i плюс 1, мы делаем p минус минус. Вот, на C++ кто вот не умеет... Этот цикл так выглядит, вот, соответственно. Если у нас p будет равно i, тогда это просто никогда не выполнится, потому что, ну, если будет i, то i явно не выполняется вот такое условие. Поэтому цикл не выполнится ни разу, и мы никуда не обратимся. Поэтому все будет хорошо, и можно этот случай отдельно не обрабатывать. И теперь у нас появившееся место, как раз в позиции аита, мы хотим переместить этот элемент. То есть мы хотим сказать, что аита равно x. Вот. И когда мы дойдем до конца массива, на самом деле у нас массив окажется сортирован. Это довольно легко заметить, как мы там сделали с массивом. Потому что мы каждый раз берем минимальный элемент и переставим его в конец уже сортированной части. Вот. Вопросы? Ну, вот типа внутри, который цикл 4G от P до единички, да? Да. То есть мы типа считаем его как константу все-таки. В этом суть. Поэтому n квадрат оценка. P до i плюс 1. Ну, от P... от P до i плюс 1? Да. Так. А можно спросить?
А зачем нам, ну, вот, запоминать нашу переменную? Ну, минимум, если мы будем свопать, то он же, по сути, ну, вот, он просто будет, у него позиция будет все время уменьшаться, и он в итоге окажется на месте, которым должен быть. Да, то так тоже можно. На самом деле здесь просто не свопают обычно, а пишут просто. Я уже автоматически написал, пишут ажитое равно аж минус первое. Вот так обычно пишут, поэтому свопать не помогает. Вот. Таким образом мы просто их присваиваем, потом в конце увидишь элементы сломанные. Да, значительно можно свопать, и тогда все будет хорошо тоже. А там разве не закуп работает? Где? Ну, сам алгоритм не закуп. Мы же за квадрат ищем минимум, и потом еще фужи от P до I плюс 1 переставляем. Фужи у нас не внутри. Смотрите, здесь у нас этот цикл внешний. Он делает N итераций. Всегда, правильно? А внутренний цикл у нас, за сколько мы ищем минимум? Минимум мы ищем за OT. Ну, тут уже написано, не буду ничего менять. То есть за OT мы ищем минимум. А эта операция у нас тоже выполняется за OT, потому что у нас, на самом деле, она делает P действий, точнее, P минус I действий. Но это OT. А, я понял, да, я понял. Соответственно, мы просто N умножаем на OT, и в итоге получаем N квадрат. Вот. Вопросы? Нет вопросов. Отлично. Да, давайте перейдем к следующей сортировке. Так. Я хочу задать вопрос. В аудиторию. Вот, смотрите, мы с вами оценили время работы этих сортировок как O от N квадрат. Можно на самом деле, помимо оценок в лучшем случае, делать еще оценки в худшем случае. То есть можно оценивать не сколько работает ваш алгоритм, а сколько он работает в худшем случае. Вот давайте подумаем, какие худшие случаи для этих сортировок. Возрастающая последовательность. А, нет. В обратную сторону, убывающая последовательность. Убывающая, если... Да, убывающая. Вот. Это для каких сортировок, например? Ну, вот если мы, например, рассмотрим... Сейчас, да, вот, если... В общем, да. У нас было... Сейчас у нас был выбор и этот, господи... Как... Выбор только был. Только выбор был. А, только выбор. Все, сори. Вот. Да, как для... Какая здесь будет наихудшая... Наихудшая? Вот давайте, кто понимает. Верно ли, что... Точнее, вот так поставлю. Бывают ли случаи, когда эта сортировка работает быстро? Не всегда же... Вот именно это сейчас работает одинаково всегда. Нет, разве? Так, почему? Ну, потому что у нас ничего... Ну, как бы... Все зависит только от размера массива. То есть от самих переменных у нас ничего не зависит. Ну да, так и есть, естественно. Ну почти у нас как бы сдвиг у нас. Расположение. Ну вот так, это, в смысле, а сдвиг... А... Ну, вот если мы посмотрим на строчку вторую, где там P как минимум считается, вот как минимум эта строчка уже выполняется суммарно n квадрат раз. Согласны? Ну да. Вот, да, поэтому в целом, да. Что мы там дальше делаем, оно в целом уже не важно. Поэтому вот можно считать, что здесь оценка n квадрат, это прям оценка и сверху, и снизу на время работы вообще на любых входах. Вот. Дальше там будут еще две сортировки, и вот какие-то из них бывают, что работают быстрее. Вот, Андрей, твое слово. Да. Вот, ну, давай эту сортировку стираем, начнем следующую. Так, дальше у нас будет, кажется, сортировка вставками. Да, следующая у нас сортировка вставками. В чем идея этой сортировки? В сортировке выбором что мы делали? Мы, вот у нас был массив, мы поддерживали какой-то префикс, который уже был сортирован, то есть у нас числа уже в порядке возрастания идут. Мы брали очередное число минимальное здесь
и вставляли его сюда, все элементы вот здесь перемещали до начала. Давайте теперь делать немножко по-другому, и вместо этого мы будем просто идти по массиву, будем точно так же поддерживать префикс уже отсортированный, сортированные значения, да, какие-то. Вот мы рассматриваем текущий элемент. Будем просто элементы по очереди рассматривать. Рассматриваем текущий элемент и думаем, куда его вставить можно в нашу последовательность. То есть мы не ищем минимальный элемент, просто вот берем следующий. И смотрим, куда нам его вставить. Вот этот элемент нам нужно вставить вот сюда. И мы делаем практически то, что мы делаем в сортировке выбором. Мы сдвигаем элемент уже в сортированной последовательности на один вправо, и в освободившееся место помещаем наш элемент. Вот, сейчас я пример покажу. Пример будет следующий. Например, возьмем массив 3, 2, 6, 4, 1. Вот начинаем наш алгоритм. Соответственно, на первом шаге у нас массив пока что пустая сортированная часть. И мы рассматриваем элемент 3. Соответственно, нам нечего с ним делать, вот у нас становится сортированной частью. То есть у нас теперь сортированная часть равна 3, и все остальное просто какой-то мусор. Рассматриваем следующий элемент. Это двойка. Смотрим, куда ее нужно поставить. Вот у нас сортированная часть. И с двойкой она бы выглядела как 2-3. Поэтому мы понимаем, что двойку нам нужно поставить перед тройкой. Для этого мы просто тройку перемещаем вот сюда и двойку ставим в начало. У нас получается массив 3, 2. О, 2, 3, конечно. Массив получается 2, 3. И дальше 6, 4, 1. То, что осталось, оно не меняется. Но теперь сортированная часть у нас вот такая. Дальше мы рассматриваем число 6. Думаем, куда нам нужно поставить. Оно больше всех чисел в сортированной части, поэтому нам его никуда ставить не нужно, его нужно просто поставить за тройкой. Оно и так стоит за тройкой. Поэтому мы этот случай отдельно обрабатывать не будем, но в целом очевидно, что оно никуда не двигается, поэтому все хорошо. И у нас сортированная часть опять же увеличивается, теперь она у нас вот такая. Дальше мы рассматриваем четверку. Смотрим, куда ее нужно поставить. После тройки. Потому что она больше тройки, меньше шестерки. То есть сортированная часть должна быть ровно в этом месте. Тогда мы сдвигаем шестерку сюда, ставим четверку и шестерку после нее. У нас получается массив. Дальше 2, 3, 4, 6. И вот у нас единичка осталась пока что. Вот теперь сортированная часть вот такая. Большая уже. Дальше мы рассмотрим еще один элемент, уже последний. Единичка. Смотрим, куда поставить единичку. Единичку нужно поставить вообще в самое начало. Если мы нашли линию позиции, она в самом начале должна стоять. И мы весь массив должны сдвинуть вот сюда вправо на единичку, а единичку установить на освободившееся место в начале. Ну и массив будет сортирован, то есть будет 1, 2, 3, 4, 6. Вот. По идее алгоритма есть вопросы? Нет. Нет. Будем реализацию туда. Окей. Я вот здесь напишу тогда. То есть у нас опять есть массив А, в котором что-то лежит. Число. Давайте первый элемент будем писать, он уже лежит всегда в сортированной части, потому что, какой смысл нам что-то с ним делать, потому что, сортированная последовательность одного элемента навсегда сортированная. Любая последовательность сортирована из одного элемента. Поэтому мы начнем с префикса длины 1 всегда. Давайте начнем с for. И у нас и будет равен сразу единице. И мы также дойдем до префикса размера n-2. Потому что в тот момент, когда мы работаем префикс длины n-2, то есть это был префикс длины n-2, это n-1. Да, длины n-1. То после того, как мы его обработаем, у нас последовательность станет полностью сортированной. Поэтому мы идем до n-1. То есть, грубо говоря, это индекс последнего и будет индекс последнего неотсортированного элемента. Первого неотсортированного, точнее. Что мы хотим делать? Мы хотим взять последний неотсортированный элемент. Давайте мы скажем, что x это будет AIT. И мы хотим в префиксе найти позицию для AIT.
каким образом мы это делаем. Мы проходим по всему префиксу. G. 0. И G меньше... Так, от 0 до... И мы хотим пройти, или минус 1 на самом деле даже. И найти первый элемент, который будет... То есть вот у нас какие-то 6 чисел, давайте возьмем последний пример. Нет, давайте не последний, давайте какой-нибудь другой. Вот у нас было 2, было 3, было, например, 6, было 7. И мы хотим поставить число 5. То есть вот у нас была такая цифровая последовательность, и мы хотим в нее ставить число 5. Соответственно, мы пойдем посмотрим. Сначала двойка. Двойка меньше, чем пятерка. Значит, пятерка точно после двойки. Смотрим следующий элемент. Тройка тоже больше, чем пятерка. Тройка тоже меньше, чем пятерка. Значит, дальше. То есть пятерка, а дальше смотрим шестерку. И шестерка уже больше, чем пятерка. То есть таким образом мы просто находим вот это место. Куда мы хотим ставить наш элемент. Вот это мы пройдем по элементу. И скажем, если. Давайте даже пройдем до и. Потому что заметим, что если у нас не найдется такого элемента, то есть пусть у нас последовательность была 1, 2, 3, мы хотим поставить сюда 5. То если мы посмотрим, единичка меньше, двойка тоже меньше, тройка тоже меньше, а пятерка уже больше. То есть вот у нас наш элемент, он очевидно, ну, x всегда больше либо равен x. Поэтому мы всегда можем остановиться именно на этом элементе, и таким образом определить, что мы хотим ставить вот сюда. То есть между собой и собой, то есть ничего делать не нужно. Поэтому мы дойдем до и. И скажем теперь, если ажитый больше либо равен аитому, то есть x, у нас уже x сохранен, поэтому можем прямо в x с фуксом сравнивать, тогда мы знаем, что мы должны ставить x перед этим элементом. То есть ажитый это будет первый элемент, который больше либо равен x. То есть мы x должны ставить перед ажитым. Вот, как это сделать? Пройдемте с ажитого элемента. Давайте какой-нибудь for k. И мы хотим, на самом деле, просто этот элемент перенести сюда. Для этого давайте просто посвопаем так, соседние элементы. Потом вот эти посвопы у нас получится там... А, нет, в этом примере нам не нужен ничего свопа, действительно. Это все уже так верно. Поэтому здесь, ну, что мы сделаем? Мы сначала поменяем местами 7 и 5, получится здесь 7, здесь пятерка. А потом поменяем местами 6, 5 и 6. Получится 2, 3, 5, 6, 7. И пятерка окажется на своем месте. Таким образом, сколько сделаем, только она переместится влево. Вот. Мы нашли позицию, где она должна оказаться. Она оказаться должна перед элементом g. Теперь мы говорим for k равно от i до g плюс 1. Мы делаем опять же своп. И мы свопаем элементы акаты и а к минус первый. Здесь тоже все видно. Да. Вот. И после этого нужно, конечно же, сделать брейк из цикла, потому что мы нашли элемент. Вот. Этот брейк относится вот к этому ифу. Давайте я здесь черточку нарисую, чтобы было понятно, что к чему. Что мы сделали? Мы прошли, увеличиваем префикс наш, то есть у нас есть n-1 итерация, то есть мы начинаем с префикса 1-1, заканчиваем префиксом 1-n. Взяли следующий элемент, то есть элемент, который после префикса. Потом мы прошлись по всему префиксу и нашли место, куда мы хотим наш элемент вставить. И все элементы... Вот здесь на этом примере уши уже видно будет, как раз то, что мы здесь сделали. Мы взяли этот элемент, сначала посвопали с предыдущим, потом посвопали, он оказался здесь, потом посвопали его с еще предыдущим, и в итоге он оказался на нужном месте. Это то, что делает как раз этот цикл. Вот, потом нужно как раз помашить позицию, поменяли элементы местами таким образом, чтобы он оказался на нужной позиции. Мы просто делаем брейк из вот этого цикла. И уже у нас ассоциированный префикс расширяется, и мы можем искать следующий элемент, куда вставить. Таким образом работает трассировка вставками. Вопросы? А можно, допустим, ну, вот код сократить то, что, ну, вот, по сути, идти от конца отсортированного
ну, вот этого отрезка и менять до того момента, пока будет не меньше наш элемент. Можно, тоже можно. Ну так просто понятнее код оказывается, потому что мы просто явно нашли место и потом явно переместили элемент туда. Да, это тоже можно. Ясно. Делать. Вот, собственно, почему здесь асимптотика от n, все понимают? О, от n квадрат, все понимают? Ну да. Вот, может показаться, что здесь три вложенных цикла, и может показаться, что здесь на самом деле n куб. Но этот цикл у нас выполняется действительно n раз. Это правда. А этот цикл у нас тоже выполняется n раз. И внутренний цикл, казалось бы, тоже может выполниться максимум n раз. Но давайте заметим следующее, что как только у нас начал выполняться этот цикл, то после этого мы выходим из вот этого цикла, то есть break относится вот к этому фору. Соответственно, если мы нашли позицию, дальше мы просто меняем элементы местами, после чего выходим из цикла. То есть на самом деле вот эти циклы, они не n на m, а здесь будет в сумме, здесь получается n плюс m. Вот. Потому что, ну, они выполняются не для каждой пары и к, G и K, они выполняются, G нашел позицию, и потом мы этим циклом уже посвопали. Поэтому здесь все работает достаточно быстро, не N. Вопросы? Нет вопросов. А нельзя ли искать место для вставки бинарным поиском? Ведь у нас же уже отсортированные... Можно, но зачем? Потому что вот эта операция все равно выполняется линейно. Мы не можем ее быстрее делать. А, то есть n квадрат, n log n так не получится. Да, мы можем искать элементы за логарифм, но потом мы все равно будем за линию его туда перемещать. В этом нет никакого смысла тогда. Зачем усложнять себе жизнь? Использовать мультисет. Ну, это читерство. Во-первых, мы пока не умеем использовать мультисет. Ну, а во-вторых, раз мы умеем, то зачем нам сортировка вставками? Да. Если у нас есть STL, зачем нам вообще сортировки? Легче тогда уж внутреннюю использовать. Да, есть задачи, в которых используются идеи сортировок. Например, из следующей сортировки есть, там, по-моему, даже на сервисе была идея. Я в следующий раз сейчас буду рассказывать. Ну, есть countSort и quickSort. Да, это тоже потом. Так, ну что, давайте... Следующую тогда. В первом контесте, да, нельзя использовать сет. Нет, вы можете попробовать, конечно, но это будет план. Хотите ли вы это? И желательно не использовать встроенную сортировку тоже. Нет, можно нет, в задачах, где нужно писать сортировку, нельзя использовать, а там, где да. Нужно воспользоваться, уже можно. Да, окей, так лучше, спасибо. Можно все, но только есть последствия. Следующая сортировка тоже работает за вот n квадрат. Мне тоже не особо много смысла на практике бывает, но она существует. Называется он пузырьком или пузырек, или как-нибудь еще. По сути, эти все сортировки нужны только если у нас жесткое ограничение по памяти. Да нет. Ну, они сами по себе не нужны обычно. Нужны идеи, которые у них используются, то есть... Вот, например, идея этой сортировки, которую я сейчас буду рассказывать, она довольно интересная и используется в некоторых задачах, в том числе, чтобы посчитать некоторые другие вещи. То есть там, например, будет... есть такая штука, количество инверсий, то есть это количество элементов, которые располагаются, где индекс одного меньше, чем индекс другого, но при этом значение у них... значение первого больше, чем значение второго. И вот там с количеством инверсий, например, один проход там, сортировки пузырьком уменьшает количество инверсий не больше, чем на n. И эта идея используется в некоторых задачах. Я быстро вставлю. Значит, тут говорили, да, про память. Да, действительно, эти алгоритмы хороши тем, что они работают без доп. Памяти. Ну, там, константа только на всякие свопы. Но, в общем,
остальные алгоритмы тоже можно сделать такими же классными, которые, ну, в смысле сортировки, которые n log n, вот, но в частности, ну да, в общем, про это тоже расскажут, значит, то, что бывает merge sort, в простой реализации он требует O от N лишней памяти, но на самом деле существует реализация in place, которая вообще не требует, ну, тоже требует там константу дополнительной памяти. Вот. Мы не будем рассказывать, потому что нам число. Да, мы это не будем рассказывать, потому что, ну, обычно не бывает так, что от вас требуют на Олимпиаде применить in place сортировку, там, и памяти дают там 64 килобайта дополнительно. А будет? Count sort. Это же самое лучшее, что придумали будет, люди. Будет. В смысле, самое лучшее, как же богосорт. Сортировка пузырьков. Собственно, в чем ее идея? Вот у нас есть массив. Раньше мы хотели его сортировать. Давайте делаем следующую вещь. Во-первых, заметим какой интересный факт. Если у нас существуют элементы, вот у нас есть позиция i, и есть средняя с ней позиция i плюс 1. Вот если у нас в массиве нет такой позиции, где i-то больше, чем АИ плюс первое, тогда массив отсортирован. То есть, если этих позиций нет, то массив отсортирован. Тогда это означает ровно то, что все элементы на самом деле меньше либо равны следующего, а это ровно и значит то, что он отсортирован. То есть, на самом деле, если мы будем последовательно брать вот такие соседние элементы, первый из которых больше второго, и потом менять их местами, то рано или поздно массив будет отсортирован. Это довольно легко заметить. И на этом основана как раз сортировка пузырьком. То есть, что мы будем делать? Мы будем проходить по массиву. И каждый раз, когда встречаем такую пару, менять эти элементы местами. То есть, проход алгоритма выглядит следующим образом. Мы начинаем от начала массива. И просто идем по всему массиву, и каждый раз, когда мы встречаем какую-то пару элементов, в которых, например, здесь был аи, то здесь был аи плюс первый, и если мы встретили такую пару элементов, что аи больше, чем аи плюс первый, мы просто меняем их местами. Мы просто берем и перекидываем их друг с другом, просто swap называем. Вот. Как думаете, сколько раз нужно так, таким образом пройти по массиву, чтобы он оказался сортирован? N раз. Ну, n квадрат в пределе. Нет, на самом деле n. То есть я бы сказал, что n это правда. Потому что мы каждый раз, что у нас происходит? За каждый такой проход мы берем какой-то максимальный элемент среди всех вот этих, и он оказывается в конце. Потом мы уже можем идти не до самого конца, а мы можем следующим проходом уже идти до сюда, потому что мы знаем, что последний элемент, который мы этими слопами на прошлой итерации получили в последнем, он больше всех остальных, потому что ровно так мы и делали. Значит, мы можем идти только до сюда, потому что здесь никакого слопа гарантированно не произойдет. Если мы на этой итерации так же будем менять элементы местами, у нас опять же самый большой элемент окажется в последней позиции. И таким образом мы на каждой итерации будем получать новый последний элемент, и в итоге это все перейдет просто к сортированной последовательности. То есть на каждой итерации вот мы получаем новый максимальный элемент из всех элементов на префиксе. Вот такой вот итерации. Соответственно, давайте пример. Массив будет какой-нибудь 3, 2, 6, 1 и 4. Что мы сделаем? Давайте сделаем первый проход. Для начала у нас поменяются местами какие элементы? У нас поменяются местами элементы 3 и 2, то есть у нас 3 и 2 поменяются местами. Стоп, маркер. 2, 3. Теперь смотрим на эту пару элементов. 6 больше, чем 3, значит, все хорошо. Дальше смотрим на эту пару элементов. Шестерка больше, чем единица. И, очевидно, единица должна стоять раньше. Поэтому мы их меняем местами. Получаем 1, 6. Дальше смотрим пару 6, 4. Шестерка больше, чем 4, а должна быть, наоборот, меньше. Поэтому их мы тоже меняем местами. Получаем 4, 6. Вот. Теперь шестерка оказалась на своем месте. То есть она уже в максимальном массиве.
Ну, потому что мы каждый раз меняли местами так, чтобы она оказалась в конце. И теперь в следующем проходе мы уже не будем рассматривать шестерку, потому что очевидно, что она больше, чем элемент перед ней, и все хорошо. Дальше мы начинаем следующий проход. Смотрим, 2, 3. Двойка меньше, чем тройка, все хорошо. Дальше смотрим, тройка и единица. Тройка больше, чем единица, а должна стоять после единицы в таком случае. Значит, мы меняем местами. Получаем 1, 3. Дальше тройка и четверка уже стоят на своих местах, ничего менять не нужно. И, таким образом мы расширили опять. Четверка стала на свое место. Значит, ни четверка, ни шестерка мы больше не двигаем. Следующий проход. Вот у нас двойка и единичка. Сразу же видим, что единичка меньше, хотя должна стоять раньше. Поэтому мы тоже меняем местами. Получаем 1, 2. Дальше смотрим. Двойка, тройка. Уже правильно стоят. Поэтому все хорошо. Значит, теперь у нас вот такой массив. И еще один проход делаем. Смотрим. Единица, двойка. Все правильно стоит, значит, мы их не меняем местами. И на этом алгоритм заканчивается, потому что у нас дальше стоит такой суффикс отсортированный. Ну и как бы единица, она тоже в него входит, потому что ее не с чем сравнивать даже, она точно меньше всех остальных. Вот, таким образом мы отсортировали массив. Пишу реализацию. Ну, вот. Она не сильно есть. Не отличается. Какая? Нет, вопросов нет, вопросов нет. Хорошо. Вот. Вот, давайте сделаем просто n проходов. Идем от 0 до n плюс 1. Вот, и что мы делаем? Мы просто проходим по всему массиву. Потом немножко, потом добавим это, то, что в конце мы суффикс убирали, потом это течение добавим, оно ничего не меняет, поэтому можно насчет него не заморачиваться. Все просто будет работать чуть-чуть дольше. Синтетически не лучше. Вот. Проходим G. И теперь если ожитый, здесь на самом деле дай минус 2 даже можно идти. Если ожитый больше, чем ожитый плюс первый. А может n минус 1 минус i для второго цикла? Да-да-да. Ну, да, давайте хорошо сразу так напишем тогда. Окей, здесь мы говорим n минус 1 минус i. На самом деле даже n минус 2 минус i. То есть мы не хотим на самом деле последний элемент сравнивать с элементом за последним, потому что у нас не существует элемента с индексом n, настолько с индексом n минус 1. Вот. И если у нас ожитый больше, чем ожитый плюс первый, так не должно быть, мы их меняем местами. В общем-то, так выглядит весь алгоритм. Очевидно, что он работает за вот n квадрат, потому что здесь мы делаем n операций, здесь мы тоже делаем n операций, ну и в сумме получаем вот n квадрат. Можно еще сделать проверку, что если мы не сделали ни одного свапа, то выходим из фора. Это правда. В такой реализации работает всегда за вот n, за вот n квадрат. Как бы массив не был отсортирован изначально, работает всегда за вот n квадрат. Потому что мы каждый раз делаем одни и те же операции. Давайте теперь немножко его модифицируем так, чтобы в лучшем случае, то есть если массив уже отсортирован, эта сортировка работала быстрее. Давайте заметим тогда следующую вещь. Если у нас на какой-то итерации, вот у нас это был какой-то массив, вот мы там прошли, что-то поменяли, там первый элемент поставили, там второй элемент поставили, там третий элемент поставили. И в какой-то момент у нас произошла такая итерация, на которой не произошло вот в этой части, мы по ней прошли, и не произошло ни одного свапа за всю итерацию. Что это значит? Это значит, что дальше, сколько бы мы не делали итерацию, то делаем еще одну, делаем еще одну, на них на всех не будет ни одного свапа, потому что если где-то не произошло, то на меньших массивах, очевидно, тоже не произойдет. Значит, в момент, когда у нас на итерации не произошло ни одного свопа, мы можем заканчивать на самом деле алгоритм, потому что дальше нет никакого смысла что-либо делать. Давайте это сделаем. Соответственно, мы скажем, какой-нибудь флаг поставим, который вначале будет равен false.
есть у нас не было никаких изменений изначально. Если у нас произошло изменение, мы скажем, что флаг равен true. То есть мы нашли элементы, которые поменяли местами. Теперь в самом конце, то есть когда у нас for закончился, и здесь мы скажем, если, давайте черным напишу, видно было, если флаг равен false, то есть если у нас ничего не поменялось здесь, тогда мы можем смело делать break. И на самом деле массив будет сортирован, потому что не пришло ни одно изменение, на чем уже был сортирован. Вот. За сколько работает такая реализация? Ну, по идее, тоже n квадрат. Да, правда. В худшем случае она работает квадрат. А сколько она работает в лучшем случае? N. Один. А, не, это n, да. N, потому что мы все равно один раз хотя бы пройдем по всем элементам, посмотрим. Вот, в лучшем случае она работает за вот n. Вот, поэтому такую оптимизацию писать довольно выгодно, потому что обычно массивы бывают частично сортированы. Эту асимптотику, может, и не улучшит, но время работы точно сократит. Окей. Вопросы? Нет вопросов. Отлично. Дальше у нас будет та сортировка, про которую как раз там спрашивали уже, это сортировка подсчетная. Вот она, можно сказать, что работает за O от N, но это не совсем правда. Сейчас объясню, почему. Она работает за O от N плюс M, где M – это максимальный элемент. Да, она работает за O от N плюс C – это максимальный элемент. Это правда. Сортировка. В чем идея? Основная идея сортировки такая. Давайте для каждого значения элемента, давайте напишем массив, там 3, 1, 2, 7, 4, 6, 2, 3. Мы хотим для каждого значения посчитать количество элементов с таким значением. То есть давайте вот будет массивчик такой, еще один создадим, который будет у нас вот типа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну и так далее. Соответственно, давайте посчитаем количество элементов с такими значениями. Начнем, пройдемся по массиву. Сколько у нас элементов с значением 3? Вот, первый элемент с значением 3. Мы добавляем сюда единичку. Вот у нас один элемент такой есть. Потом с значением 1 тоже один элемент есть. С значением 2 тоже один элемент есть. С значением 7 тоже один элемент есть, с 4 еще один, с 6 еще один, потом с двойкой, вот мы встретили еще один, значит, с двойкой у нас теперь есть два элемента, и с тройкой у нас тоже теперь есть два элемента. А теперь для того, чтобы получить ассоциированный массив, мы просто пройдем по значениям вот так вот и выпишем каждое число столько раз, сколько оно встречалось в массиве. То есть мы просто возьмем и выпишем единицу один раз. Потом двойку мы выпишем два раза, тройку мы выпишем тоже два раза, четверку мы выпишем один раз. Здесь на самом деле нули стоят, где нет элемента, там нули. А, пятерку мы выпишем ноль раз, шестерку мы выпишем один раз и семерку мы тоже выпишем один раз. Вот таким образом мы сортировали массив. То есть мы сначала записали количество нахождения каждого элемента, а потом просто прошлись по значениям, вывели количество для каждого значения, вывели ровно столько таких чисел, сколько их было. Да, да. Проблема же этой сортировки в том, что она нестабильная. Про стабильность еще не говорится. Именно это, в этом формате, да, она нестабильная, но пока что мы просто посчитали количество чисел, и для чисел сложно говорить о стабильности, потому что они, ну, в общем, потом про стабильность поговорим. Значит, как это нормально реализовывать? Вот, ну, понятно, что такую сортировку, если у вас там есть числа, не знаю, там 10-18, такую сортировку применить не получится, потому что
потому что вы просто не сможете создать массив длины 10-18. Вам нужно, чтобы вы могли создать массив такой длины, сколько у вас значений. Не сколько значений, а какие-нибудь величины. Вот. Давайте пишем реализацию, если нет вопросов. Нет еще вопросов? Нету вопросов. Так. Пишем реализацию. Значит, у нас есть массив, в котором что-то хранится. Давайте создадим массив CNT, и он будет... Все знают синтаксис Питона? Если я напишу это примерно на синтаксис Питона, все поймут? Да. Я не знаю. Да. Да. Я бы хотел забыть. Окей. Кто хочет забыть, тогда не буду писать на синтаксис Питона. Пиши на псевдокоде. А? Пиши на псевдокоде. Псевдокод все понимает. Я хотел массив длины N нарисовать вот так. Ну, как бы, как в Питоне. Ну, ничего страшного. В общем, давайте создадим массив, состоящий полностью из нулей, просто нули. И он будет длины C плюс 1. Вот, что такое C? C — это просто максимальное значение в A. Давайте всегда теперь считать, что у нас C, и это еще V обозначают. Вот. C — это у нас максимальное значение. То есть если у нас в асимптотике есть такая штука O от C, это значит, что у нас алгоритм работает не за O от N, где N, типа N длина, а C — это максимальное значение. То есть если увидишь, что O от C, то это работает не за длину, а за размер максимального элемента. Вот. И мы будем обозначать это как C. И мы стали массив длины C плюс 1, заполненный с нулями. То есть у нас здесь у нас индекс 0 будет, а здесь индекс будет c, то есть как раз нам нужны все индексы от 0 до c. Вот. А вам будем считать, что у нас там числа просто от 0 до c. Вот. Дальше. Пройдем по всем элементам из a. У нас тут минус 1. И мы говорим просто cnt от ait величие на единичку. То есть, что мы сделали? Мы к счетчику количества значений аитова прибавили единичку. То есть, у нас должно значение больше. Окей. Теперь мы хотим для каждого элемента найти позицию, куда он пойдет. То есть, мы хотим делать не совсем то, что мы делали здесь, потому что в таком исполнении этот алгоритм действительно нестабильный. Хочется, чтобы еще была возможность сортировать не только числа, а сортировать какие-нибудь структуры, которые мы хотим сортировать по какому-то просто... числу, которое их характеризует. То есть мы не хотим их как-то считать явно, мы хотим что-то более умное делать. Давайте посчитаем префиксные суммы с nt. То есть мы скажем, что у нас префикс иты это с nt нулевое, с nt первое, и так далее до cnt итого. Что это нам даст? Давайте теперь заметим, что у нас префикс ite содержится количество элементов меньше либо равных данному. Меньше либо равных итому. То есть на таком массиве у нас массив префиксных сумм будет выглядеть как он будет выглядеть? Он будет выглядеть 0, 1, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8 и так далее. И у нас количество элементов меньше либо равных 4 равно 6. То есть это 4, 2 тройки, 2 двойки, 1 единица. Ну и так далее, каждый элемент у нас получается. Вот. А в какую позицию мы хотим поставить элемент? На самом деле у нас позиция для аитова. Мы хотим аит поставить позицию префикс от аита минус 1. То есть мы смотрим на количество элементов, которые, если у нас преф ита количество элементов меньше либо равных и, то тогда в преф и минус 1 количество элементов меньше либо равных и минус 1, то есть меньше, чем и. И очевидно, что аит элемент нужно поставить как раз в позицию такую, что все элементы до нее будут меньше. И это как раз преф от аита минус 1.
Давайте посчитаем массив префиксных сумм для этого. Здесь мы скажем, что массив преф. Он будет такой же, как цент. Давайте просто скажем, что он будет равен тоже прям заполненный. Он тоже длинный c. C плюс 1. Да. И дальше, после этого массива, мы хотим, после мы заполнили цент, мы хотим также заполнить преф. При этом мы скажем, что преф нулевое равно цент нулевое. А дальше мы пойдем по элементам преф от 1 до c и прибавим к этому элементу все, что было до него. Это преф и минус первый. Еще раз, а что мы в преф храним? Преф мы храним префиксную сумму. Вот. В преф мы храним префиксную сумму, то есть преф это сумма, преф и это сумма всех cnt до i. Кстати, вот я вот здесь это расписал. Раз, вот преф. А вот от этого массива. То есть еще раз, мы для чего этот преф нужен? Еще что? Я просто слушал, для чего этот преф нужен? Преф. Смотрите. Во-первых, сейчас мы посчитали cnt. Это просто cnt и это количество элементов с значением i. Потом мы считали преф и t. Это количество элементов меньше либо равных i. То есть это просто префиксная сумма по cnt, и это количество элементов меньше либо равных i. Зачем это нам нужно? Мы хотим для элемента, для аитова, узнать позицию, куда он пойдет в растерованном массиве. И аит и пойдет. Вот его нужно поставить куда? Вот давайте посмотрим на примере каком-нибудь, куда мы хотим поставить элемент. Вот у нас там элемент, ну да, у нас растерованный массив выглядит как, здесь как он будет выглядеть, он будет вот растерованный массив. Давайте посмотрим на число, например, 4. У нас есть 5 чисел, которые меньше 4. Так? Значит, мы хотим четверку поставить на пятую позицию. Значит, 5 элементов, которые меньше 4. Вот, мы хотим поставить ее на позицию после этих 5 элементов. То есть, ну, индексируя с нуля, мы получаем 5. Шестерки меньше шестерки у нас 5 элементов. 6 элементов. Да. И мы ее хотим поставить в позицию 6. У семерки то же самое, мы хотим поставить в позицию 7. Вот, у тройки таких элементов 3, значит, мы хотим поставить в позицию 3. Вот. Казалось бы, тоже хотим поставить позицию 3, но допустим, что все элементы различны пока что. Вот. Теперь мы хотим как-то... Вот. Хорошо, мы посчитали префиксы. Так? Теперь все понятно, что зачем префиксы нужны. Мы просто хотим определять позицию, куда мы поставим элемент. То есть префикс от i-1, i-1 это по сути позиция, на которой должен стоять элемент i в растерованном массиве. Так? Понятно. Вот. Вот мы их посчитали здесь. И теперь мы пойдем по всем элементам. Вот. Что мы вообще определили? Мы определили, что в префиксе, на самом деле, преф от чего-то, у нас содержится то, на какую позицию мы хотим поставить, то есть вот преф и, чем преф и минус первый. Это то, куда мы хотим поставить элемент с значением i. То есть мы, ну, x минус первый давайте, чтобы разные буквы были. То есть преф x минус первый, это то, куда мы хотим поставить элемент с значением x. Это всем понятно, да? Да. Хорошо. Да. Вот. Но у нас может быть несколько одинаковых элементов. Например, вот здесь у нас было, например, две шестерки. Нет, это не здесь было две шестерки. Это было вот здесь. У нас было две тройки, две двойки. И когда мы встретим, когда мы пойдем по массиву, будем расставлять элементы уже в ассоциированной позиции, то первую двойку мы поставим куда надо, потому что для нее там будет преф равен типа единичке. Преф от единицы будет равен единице, значит, мы просто ее поставим в нужную позицию. Но для следующей двойки для нее ничего не изменится. И мы ее хотим поставить в ту же самую позицию, а мы не хотим этого делать. Поэтому давайте делать так. Мы будем увеличивать это значение каждый раз, когда мы ставим новое число. То есть мы скажем,
теперь for i. Опять пройдем по всем элементам массива. И у нас будет массив res. То есть res это будет просто... Вот здесь я напишу. Вот. Res это просто массив, там какой-нибудь массив размера n. Только там плюс просто сложим. Вот. И мы скажем здесь res от pref aite минус 1 равно aite. Вот, довольно сложная строчка. Всем понятно, что здесь происходит? Прошу прощения, а во втором цикле там точно правильно pref подсчитан? Там еще плюс count aite должно, нет? Да. Плюс count aite. Теперь, что происходит в этой строчке? Мы взяли следующий элемент, то есть аитой, и посмотрели, на какой позиции он должен стоять. А мы определили, что префикс x минус 1 это как раз должен стоять элемент с значением x. То есть вот префикс вот, аита минус 1 это то, где должен стоять элемент аиты в трехстронном массиве. И мы, собственно, туда просто поставили. Смотри, рез от позиции равен аита. Вот, все понятно, строчка. Да, и потом дописываем, что преф аита минус 1 плюс равно 1. Да. И в конце мы просто пишем, что преф от аита минус 1 плюс плюс. Ну и плюс равно 1. Так кому хочется. Вот. И таким образом мы теперь сказали, что вот у нас позиция аитового элемента в этом массиве, она была преф от аи минус аита минус 1. Но один элемент мы тоже поставили. Если у нас есть такие же элементы, мы их поставим на позицию на 1 больше. Вот. И когда мы придем к массиву, у нас все эти элементы встанут в нужную позицию. Вот. Спрашивается, что непонятно, потому что вероятно, что непонятно. Ну вот последняя часть после подсчета префиксов что-то как-то не вошло в голову. Вот это. Да, вот этот, ну, вот именно весь цикл. Весь цикл, хорошо. Вот мы читаем префиксные суммы. Что это такое на самом деле? На самом деле префикс ite – это количество элементов меньше либо равных i. То есть, давайте это напишу где-нибудь. Так. Окей. А массив res это уже у нас отсортированный массив? Это то, что мы в ответ выводим. А, хорошо, спасибо. Да, это то, что мы как раз возвращаем. Да. Okay. Собственно, что такое pref от x? Pref от x, можно заметить, что это ровно количество элементов меньше либо равных x. Кстати, все согласны, кто не понимал? Да. Да. Окей, потому что мы ровно так и считаем. Центр это количество элементов равных и центр x это количество элементов равных x. Значит, префиксная сумма в этом массиве это количество элементов меньше либо равных x. Окей. Вот если все числа у нас в массиве различны, то на какую позицию встанет x в сортированном массиве? Я утверждаю, что это преф от x минус 1. То есть преф от x минус 1 – это количество элементов, если это равных, то это то же самое, но меньших x. Правда? Да. Вот. В таком случае я хочу элемент и ты. Вот я прохожу по массиву, смотрю, какие у меня есть элементы. Я хочу каждый элемент поставить на свое место. Я говорю, что я в результат вот под каким-то индексом должен поставить аиты. Чему равен этот индекс? Эта вот штука. Это на самом деле преф аиты минус 1. То есть ровно количество элементов меньше, чем аиты, а значит позиция элемента аиты в стороне массиве.
А разве тогда нам этот элемент не надо будет поставить на позицию аитую, потому что у нас же индексация идет с нуля, то есть... Да, с нуля, все правильно, потому что, ну вот, смотрите, у нас, например, еще раз, массив, вот у нас там массив 1, 3, 4, 6, и у нас четверка стоит на позиции 2, и количество элементов меньше четверки тоже 2. А, ну да, точно. А если вот несколько четверок будет? Вот, да, как раз если несколько четверок будет, для этого мы делаем вот такую штуку. То есть теперь следующий элемент, который встретится, вот давайте... Посмотрим, что происходит, если аитое равно ажитое. Тогда вот это вот число, оно аитое, оно такое же, как ажитое. Это плохо, потому что тогда мы поставим одинаковое место. Давайте тогда, когда мы установили элемент в нужную позицию, вот мы здесь установили элемент в нужную позицию уже в ответе. Давайте увеличим позицию для всех таких элементов. То есть у нас для всех следующих элементов, которые равны аитому, позиция уже будет на один больше. Понятно? Да. Ну, писать это имеет смысл, да, если нам нужна стабильность. Сортировки. Да. Если нужна стабильность сортировки, есть смысл писать так. Иначе можно написать то, что было там. Первое, это самая основная идея, когда мы просто считаем количество элементов, то мы просто проходим по массиву с количеством и выводим каждый элемент только раз, сколько он встречается, да. Можно было делать и так, если не нужна стабильность. Поэтому... А разве мы тогда запишем наш элемент, ну вот если у нас, допустим, две четверки, мы разве вторую четверку запишем, у нас же цикл, ну вот последний цикл, который третий, он же у нас и увеличится, и мы уже не будем использовать аиты данные. Ну вот если мы поставили четверку на вот на... Мы, ну, вот мы четверку поставили на второе место, и потом, ну, вот преф от АИ минус один увеличили на один, то, по сути же, дальше мы идем уже, ну, вот ставим шестерку, мы же не поставим вторую четверку. Грибок, он в последнем цикле идет по АИ-тому, то есть по начальному массиву, в этом суть. По всем элементам, которые были в начальном массиве, они никуда не делись, они все еще там. Все получается. Точно все поняли? Ну да. Стабильность. Стабильность чуть-чуть позже про стабильность. Стабильность тоже будет, но чуть позже. Так, Глеб, ты тут? Глеб. Да, я тут, прошу прощения. Я тоже сказал, что правильно? Да. Кто понял? Окей, давайте поговорим тогда про нормальную сортировку уже, которая работает за более хорошее время. Да, за какое время работает сортировка по счету? Давайте, кто может сказать? N плюс максимальный элемент. Да, сортировка по счету работает за N плюс максимальный элемент. Ну, причем точно. Да, причем всегда. Потому что мы сначала проходимся для того, чтобы составить изначальный массив, а потом максимального элемента ищем перекрестные суммы. Так. Дальше идет сортировка слияния. Ну, точно, если без стабильности, а со стабильностью не точно. Вот. Сортировка слияния, также она сейчас называется merge sort, скорее всего, такое название будет чаще видеть. А merge sort, это разве не сортировка слияния на английском? Да, это правда, но вдруг-то английский не знает. Вот. Ну, в общем, действительно, это просто сортировка слияния на английском. Так, в чем идея? Давайте как-то научимся сортировать массив, используя то, что мы умеем сортировать более маленький массив. Давайте разделим наш массив на две части. Вот мы дали массив. Давайте мы его разделим на две части. У нас получилось два отдельных массива. Давайте мы их как-то отсортируем, вот этот массив и этот массив.
А потом, поскольку мы их отсортировали, мы их соединим обратно как-нибудь так, чтобы итоговый массив получился сортирован. То есть алгоритм у нас такой, вот нам дали массив. Мы его разделили на LR. Две части просто, пополам поделили. Дальше мы отдельно посортировали каким-то образом левую часть. Отдельно посортировали каким-то образом правую часть. А потом каким-то образом сделали мерж L и R, так, чтобы L и R уже оказался, то есть массив, который является каким-то образом смерженным L и R, оказался уже сортирован. Вот. Но очевидно тогда, что массив мы сортируем, потому что мы взяли поделили две части, посортировали каждую, и как потом соединили так, чтобы они оказались сортированы. Двумя указателями. Ставим указатель начала. Вот. Соответственно, давайте сначала напишем этот алгоритм, просто как он будет выглядеть. Вот вы заметим, что мы можем это рекурсивно делать. То есть у нас есть операция sort, которая делает такую штуку. Да? Это все у нас операция sort. Операция sort. Да? Что? Окей. Это операция sort. Соответственно, мы берем массив на две части. То есть давайте сразу ее буду писать. Вот у нас какая-то операция sort, которая принимает массив. Что она делает? Она берет, говорит, LR равно split A. Split — это что делает split? Split просто берет массив и просто делит его на две части. Да? Это встроенная функция в плюсы? Нет, нет, просто. Просто я это написал. Окей, давайте напишу. Это просто псевдокод. Здесь нет ничего. Да, просто псевдокод, давайте я напишу тогда полноценно. Вот. Скажу, что m равно размер a поделить пополам. Теперь возьму левую часть, это у меня будет массив a от начала до позиции m. Мы не включительно, конечно же, последний элемент, как в питоне слайсы, как в плюсах. Итераторы работают, то есть все, у нас везде полуинтервал. То есть мы берем, если мы говорим о LR каком-то, то у нас L включительно, R не включительно. Вот. Дальше мы берем правую часть. Правая часть будет равна массиву от M до конца. Вот сейчас мы берем не включительно правую часть. Здесь у нас M не включен, и LNA тоже включена. И теперь мы рекурсивно вызываем просто sort. Sort от L. Дальше вызываем sort от R. И говорим, что просто A равно merge L и R. Вот. А не надо? Такого алгоритма. Он может работать бесконечно. То есть мы будем бесконечно делить и бесконечно вызывать sort. Для того, чтобы надо добавить if, что надо если... Надо проверку на то, что у нас массив... Нужно добавить, если... Длиной 1. Если ln a равно 1, тогда просто return. Скорее, наверное, ln a меньше или равен одному, потому что у нас же может быть массивчик типа двух элементов, мы поделим пополам. А, нет, все будет окей, да. Ошибочка. Если вам спокойнее, можем сказать меньше или равно, но в этом нет никакого смысла, потому что на самом деле там всегда будет такой момент, когда равно. Окей. Вот, собственно, теперь осталось научиться делать что? Нужно научиться делать этот мерж, такую магическую операцию, которая умеет достаточно быстро соединять два сортированных массива в один большой сортированный. Давайте подумаем, как это сделать. Вот у нас есть два массива. Раз массив и два массива. И мы хотим получить один массив, который большой такой вот и отсортированный. И эти массивы у нас тоже отсортированы, смотри. Смотрите, L и R. Так же просто было L, массив R. Давайте делаем так. Вот у нас есть какие-то числа у них. Давайте пройдемся двумя указателями. У нас будет один указатель на первый массив, другой указатель на второй массив. Что мы сделаем? Мы возьмем элемент здесь и сравним их. Тот, который меньше, запишем сюда.
И, соответственно, пусть было это меньше, мы просто передвигаем показатель и смотрим на следующий элемент. Снова сравниваем. Тот, который меньше, записываем дальше. И таким образом просто каждый раз находим минимальный элемент среди этих двух, передвигаем показатель на единичку, этот минимальный элемент записываем сюда. Вот, будет понятно, если я покажу на примере. Пусть мы хотим соединить массивы 1, 4, 7, 9 и массив 3, 5, 8. И давайте сюда допишем еще не на 10, да? Вот такие вот массивы. Мы хотим их соединить. Ничего, что они разного размера. Здесь они будут почти всегда одинаковые, сейчас на 1, но мы сейчас в общем случае решаем задачу смножить два отсортированных массива в один большой. Итак. Давайте вот у нас указатели. На элемент 1, элемент 3. Что из них меньше? Меньше единичка. Записали единичку в готовый массив. И переместили указатель дальше. Дальше сравнили эти элементы. Здесь 3 меньше. Это мы записали 3. Передвинули указатель. Дальше. 4, 5 сравнили. 4 меньше. Записали 4. Передвинули указатель. Дальше сравнили 7 и 5. 5 меньше. Записали 5. Передвинули указатель. Сравнили 7, 8, 7 оказался меньше, записали 7, передвинули указатель. Дальше 8, 9 сравнили, получили 8, передвинули указатель, все, здесь больше элементов нет. Значит, дальше мы можем просто взять конец этого массива, потому что здесь элементы закончились. Вот, берем 9, 10. Вот, получили один большой отсортированный список. Всем понятно, что произошло? Окей. Таким образом, мы научились соединять списки. Давайте напишем реализацию функции merge. Да. Тут у нас будет функция merge, которая будет принимать два массива. Давайте назовем их там А и Б. Давайте скажем, что n — это длина А, а m — это длина B. Вот. Теперь пусть будет массив рез, который мы хотим результат складывать. Изначально он пустой. Теперь мы хотим сравнивать элементы. Хотим создать два указателя и g, которые будут как раз и будет указывать на элемент в А, g будет указывать на элемент в Б. Мы сейчас пойдем и да, скажем, что и равно 0, g равно 0, и теперь пока и меньше, чем m, и g меньше, чем m, то есть пока у нас каждый элемент указывает на какой-то элемент в массиве, каждый указатель указывает на элемент в массиве. Да, мы что делаем? Мы сравниваем. У нас если а и ты меньше b житого, что в таком случае происходит? Давайте, скажите, что нам нужно здесь написать? Ну, надо в массив рез. Рез добавляем АИТ. И в массив рез что добавить? И плюс еще. АИТ. Рез АИТ, правильно. И плюс равно. И плюс плюс. Плюс равно АИТ. И плюс плюс, правильно. И плюс плюс. А в L что мне нужно написать? Рез, рез плюс равно b житое, g плюс плюс. Рез плюс равно. Рез, а... Пушбэк. Ну да, пушбэк, мы не на C++ пишем, еще на чем-то непонятно пишем, поэтому будет так. Вот. И что нужно сделать дальше? Вот мы, у нас закончился один из массивов, потому что у нас какой-то застой нарушился. Что мне нужно сделать дальше? Нужно как-то остальные элементы тоже записать в рез. Вот, давайте пройдемся просто пока и меньше n. Мы просто скажем, что рез плюс равно аит. И плюс плюс. И потом то же самое сделаем, пока же меньше. Меньше m. Мы скажем, что рез плюс равно бжитое. И g плюс плюс. Вот. Таким образом, все элементы у нас оказались только рез, и рез оказался отсортирован. Вот. Ну, здесь мы придумали рез написали еще.
Вот, всем понятно, что делать функцию мерж? Да. Сейчас, можете еще раз? Да. Что делать последние два цикла? Ну что, если у нас остались какие-то конечные элементы, что если размер массивов не одинаков, то мы добавляем просто их в конец. Потому что то есть остатки, то есть запыляем, да. Все, хорошо. Просто убивайте те остатки, которые у нас один, есть условие, что оба массива еще не закончились. Если один из них закончился, то нам нужно все остальные элементы перекинуть. Это сделать либо этот цикл, либо этот цикл. Вот. Если мы научились смержить два массива в один сортированный. Вот. И у нас есть алгоритм сортировки, который это использует. Всем понятно, почему это работает? Мы взяли массив, разделили его на две части. Сортировали левую-правую, потом их смержили и получили сортированный массив. Как мы делим на две части? Посередине. Вот справа. Просто. Ну, там в сорт А. Я просто разделил пополам, и вот просто взяли и разделили пополам. Ну, а как это технически? В питоне на самом деле и так. А, в плюсах? Практически. В питоне вообще так же. То есть питоне тут ровно так, как и будет написано. Здесь только нужно, видимо... Ну, только двоеточие надо поставить вместо того, что посередине. Где? Деление с вычисленным. Ну, если питоне. Ну, это на расте вот так, еще лет надо дописать. Вот, кто рекламирует язык, очень хороший. Вот. Так. Собственно, понятно, что делать алгоритм, да? Да. Да. Окей. Давайте посмотрим, сколько он работает. Предположение есть, но я думаю, кто-нибудь точно знает. Давайте, кто не знает, предположите. Окей, видимо, либо все знают, либо не хотят предполагать. В общем, алгоритм n log n. За от n log n. Почему так? Есть сложное математическое доказательство, которое я не умею доказывать, а есть простое, человеческое. Вот посмотрим, что у нас происходит с массивом. Вот у нас был изначальный массив. Что дальше произошло? Мы его разделили на две части. Вот раз часть, вот два части. Что потом произошло с каждой из частей? Мы их тоже разделили на две части. Вот так, вот так. Вот, ну, я здесь не буду дописывать, здесь то же самое, короче. Здесь тоже разделили на две части. Здесь тоже разделили на две части и так далее. Да? То есть здесь то же самое. Давайте теперь посчитаем вот каждый элемент. Вот сколько мы делаем мерж, во-первых? Мерж мы делаем за вот n. Все согласны? Да. Ну, мы просто линейно прошлись по массиву. Все, что мы делали, добавляли массив рез, то есть ничего сложного мы не делали, как бы прошлись по одному массиву, прошлись по другому, как бы все, конец. Вот n. Значит, каждый уровень, вот мы можем, вот здесь вот мы можем два массива вот этих смержить за вот n, да? Условность операции. Здесь у нас, вот, здесь у нас на мерж тратится n операций. Вот на то, чтобы смержить вот такие, по сути, нам тратить, у нас n пополам, у нас два раза такое нужно сделать. Значит, мы умножаем это на 2. Здесь, типа, мы берем раз массив, два массив. Здесь они размера n на 4 в сумме, поэтому как бы у нас n на 4. Но такую операцию нужно сделать, получается, 4 раза. То есть на каждом. Вот здесь только сюда сначала спустимся, здесь это сделаем, сюда спустимся и сделаем, сюда, сюда. То есть мы умножаем на 4. На каждом уровне у нас получается n операций. Здесь n, здесь n и здесь n. Да? И так далее тоже n. А сколько всего уровней рекурсии? Вот, мы заметим, что мы каждый раз делим n на 2. То есть у нас размер массива уменьшается в 2 раза. Ну, уменьшится в 2 раза, он может не больше, чем лог n раз. Лог 2. Таким образом, у нас всего логарифм n слоев, и на каждом слое мы делаем n операции. Вот n операции. И мы получаем, ну здесь тоже вот от n на самом деле, потому что там может быть там плюс-минус сколько-то из-за того, что у нас массив на самом деле не всегда 3 на 2 степени k какой-то, а он может быть там размера 7, единицам ровно прям так не будет. Но синтетически остается все еще log 2, я все понимаю почему, так? Да. 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 А можно спросить по поводу интервалов LR? Это почему мы в L берем от 0 до M не включительно? Да, вот это не включительно. Вот это если я включу, то все, накроется? Ну, у тебя просто нет элемента с индексом ln A.
Мы либо здесь его включаем, либо здесь включаем. То есть, как бы, просто план тратили. То есть, желательно ближе к середине. Чем ближе к середине, тем, понятно, быстрее работает. То есть, у нас не будет больших неравных разделений, как бы у нас, ну, интуитивно понятно, что в целом, чем лучше мы делим, тем лучше работает. Так? Окей. Yeah. То есть, все согласны, что это n log n, потому что здесь у нас на каждом слое мы делаем, по сути, от n операций, и всего у нас логарифм n слоев таких рекурсий получается. Вопросы есть, Чика? Нет. 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 Хорошо. Давайте поговорим как раз про стабильность сортировок. Что такое стабильная сортировка и чем отличается от нестабильной? Вот давайте сортировать сейчас, мы все это время сортировали массивы чисел. Давайте сортировать не массивы чисел, а массивы пар. Массивы пар, где у нас первый элемент будет число, а второй элемент что-нибудь. Например, буква. Давайте, сейчас я посмотрю. Пример, секунду. Видимо, посмотрю. Ну ладно, ничего страшного, придумаем тогда. Значит, возьмем пример такой, возьмем 1, буква А. Потом второй у нас, вторая пара у нас будет 3, здесь будет буковка Б. И здесь у нас пара будет тоже 1 и буковка С. Не так, сейчас, подождите секунду. 1, 3, 1. Нет, не совсем так. Здесь должны другие числа. Видимо, здесь должно быть. Здесь должно быть 1. Здесь 1. Здесь 2 и здесь 2. Вот. Отлично. А там только в конце еще квадратная скобка. Что? Не, ничего. Хорошо. В общем, у нас есть элементы с одинаковыми значениями, да? Сортировка стабильная тогда, когда она сохраняет относительный порядок элементов с равным ключом. То есть у нас ключом, давайте назвать ключом то, почему мы сортируем. То есть эти пары мы будем сортировать не как обычно пары сортируют сначала первому значению, потом второму, а мы будем сортировать их исключительно по первому. То есть мы будем сортировать только по числу. А буква будет просто как дополнительная информация, которую в сортировке мы никак не используем. Просто она у нас есть. И мы хотим сортировать пары по ключу, то есть по первому значению. Вот что такое стабильная сортировка? Стабильная сортировка – это такая сортировка, которая не поменяет относительный порядок равных элементов. То есть для сортировки вот эти элементы равны. Понятно почему, да? Потому что у них ключ совпадает, а на второе значение мы никак не смотрим. Правильно? Значит, стабильная сортировка сортирует их так, что эта пара будет первой, эта пара будет второй, а эта пара будет третьей. То есть относительный порядок равных по ключу пар не будет меняться. И в целом стабильная сортировка всегда при любом наборе входных данных не меняет местами относительно равные элементы. То есть если там один элемент, который равен другому, стоял до него, то в итоге массив сортирован будет стоять тоже до него. Вот, понятно всем, что такое стабильная сортировка? Да. Хорошо. Да. Тогда давайте поговорим о том, какие сортировки, собственно, стабильные. Собственно, нестабильная сортировка, она просто не гарантирует. Она может как угодно сортировать, и вообще никакие гарантии нам не дает. Поэтому давайте обсудим, какие сортировки стабильные. Давайте начнем с квадратичных сортировок. Вот начнем с квиксорта. С пузырька. Вот. Помните, сортировка пузырьком — это где мы делаем n проходов по массиву и меняем соседние элементы, если между ними неправильный знак стоит. То есть, если первый элемент больше второго, то мы их меняем местами. Такая вот была сортировка. Какая она, стабильная или нестабильная? Стабильная. Почему? Потому что последний элемент всегда будет на последнем месте. Наибольший элемент будет на последнем месте, значит, мы будем, раз они равны, они не будут меняться, значит, последний из этих элементов будет оказываться на более последнем месте, чем тот элемент. Да? Нет, это... Последующих равных элементов всегда нет. Да? Не перекрещиваем элемент просто, вот и все. Так, у нас один не пройдет дальше другого. А если элементы равны, мы их меняем только тогда, когда один больше другого. То есть, если элементы у нас равны,
где-то восприняли, что вот такое никогда не произойдет. И значит, мы просто никогда местами не поменяем. То есть сортировка пузырьком, она вполне себе стабильная. Вот, всем понятно, почему. Хорошо. Значит, давайте дальше поговорим про другие сортировки. У нас была сортировка выбором. Это когда мы... У нас был там, блядь, тесту. Сортировка выбором. Это когда мы выбирали элемент, то есть у нас был какой-то сортированный префикс, а дальше был какой-то мусор. И внутри этого мусора выбирали минимальный элемент и ставили его вот сюда. А все эти элементы сдвигали дальше. Помните такую сортировку, да? А она стабильная или нет? Ну, по сути, стабильная, если мы рассматриваем только и ищем минимальное со знаком именно меньше. Да. Она стабильная. Да, она стабильная, но я ее рассказал специально, чтобы она была стабильной. Есть более простой вариант такой сортировки. Вот мы сдвигаем вот эту штуку вправо, да? Но в этом нет никакого смысла. Мы можем просто вот этот элемент, когда мы нашли минимальный, да, вот у нас есть сортированный префикс, есть какой-то мусор дальше. Мы нашли среди него минимальный элемент и хотим поставить его вот сюда, сразу после того, что у нас здесь было. Да, сортировано, все уже, сортировано, значение. Да? Мы хотим поставить его сюда. Давайте не будем ничего сдвигать, а просто поменяем его местами с этим элементом. Вот. Ну, тогда может порядок поменяться наших элементов. Да, порядок, да, сильно поменяется, и сортировка уже не будет стабильной. Вот. Если мы делаем вот так, то у нас сортировка уже нестабильная. Так, следующая сортировка у нас была сортировка с тасками. Давайте обсудим, стабильная ли она. Сортировка с тасками. Вот, кстати, этот тест как раз контрпример к сортировке выбором. Вот давайте посмотрим, что будет происходить. Вот мы на первой итерации пройдем. Возьмем вот этот элемент, посмотрим. Потом этот элемент посмотрим. Этот элемент посмотрим. Какой минимальный будет? Минимальный будет вот этот, правильно? Тогда что произойдет? Мы его поставим в первую позицию. И у нас получится массив такого вида. У нас будет 1c. Потом у нас будет... Так, мы поменяли их, слопнули местами. Дальше у нас будет 2b. Также мы с ним ничего не сделали. А потом мы вот эти поменяли местами. Здесь у нас будет 2a. Вот. Потом мы хотим посчитать, что вот эта часть уже сортирована. И пойдет искать минимум здесь. Минимум будет вот этот. А потом уже вот этот. И... Порядок ставится вот таким, если элемент поменялись местами. А мы этого не хотели. Вот. Окей. Это понятно, да? Да. Теперь поговорим про то, стабильна ли сортировка подсчетом. Вот. Как вы думаете, стабильна ли сортировка подсчетом? Ну, по-хорошему, да. Просто считаем количество встреч, что нет. Еще раз. Кто-то говорил что-то. Нет, он может делать стабильный. Да. Ну. Да-да-да, я говорил, но у меня лагает. Я говорю, что когда мы просто считаем количество того, насколько часто это данное число встречается, и потом просто по списку выписываем, то это... Да, действительно, тогда она нестабильная. А если мы делаем по-умному, то есть делаем вот как вот, по-хорошему, то она стабильная. То есть, ну, как я объяснял, как его писал, помните, я там брал и увеличил счетчик каждый раз. Вот. Ну, действительно, можно заметить, что вот мы для одинаковых значений, мы значение, которое шло после, мы его поставим тоже после. Это прям вот, прям явно было там написано, просто увеличивали значение в массиве преф и прям явно говорили, по сути, что элемент такого же значения будет стоять дальше, если мы его встретим позже. Вот. Поэтому эта сортировка точно была стабильна. Окей. И у нас сортировка слияния. У нас стабильная или нет? Нет, наверное. Слиянием вряд ли. Окей, на самом нет, деле... Нет, слияние, по-моему, как раз-таки стабильное. Это к икс. Вроде оно стабильное. Ну, вот на самом деле,
мы ее сейчас написали так, что она нестабильная. Вот что нужно здесь поменять, чтобы она стала стабильной? Я целый год не стирал. Собственно, найдите, что в этом коде нужно... Ну, во-первых, найдите, почему она нестабильная, а во-вторых, скажите, что нужно поменять, чтобы она стала действительно стабильной. А мы должны сделать, что если у нас аита равно бжитое, то да. Мы должны запихать аита. Да. Вы хотите делать, на самом деле, меньше либо равно здесь. И в таком случае она становится стабильной. Вот. А почему? Вот у нас был потому что аита – это левая часть. Аита – левая часть, да. Это правда. Вот у нас была левая часть, да, вот L. И вот у нас была правая часть, это R. И мы хотели, чтобы все элементы L оказались раньше элементов R. Они у нас уже отсортированы, как вы помните. Если у нас, сортировка стабильная, то мы ее вызываем рекурсивно, вот здесь мы ее вызываем. Соответственно, ну, если она стабильная, то L и R тоже отсортированы стабильно. То есть здесь все хорошо. То есть L сортированный, да, и R сортированный. Они стабильно оказались. Теперь нужно как-то их смержить так, чтобы в итоге получилось тоже отсортированное последовательно стабильно отсортированное. Как это сделать? Если мы будем сравнивать вот элементы, вот у нас равные элементы какие-то. Вот мы в какой-то момент вот здесь вот сравниваем два равных элемента. И если был знак меньше, то тогда мы взяли элемент из B. То есть если у нас был вот элемент аиты здесь равен, да? Ой, эйиты, извините. Эйиты был бы равен ржитому, да? Вот в данной реализации А, давайте писать А тогда. Аиты равен бжитому, да? В таком случае, если у нас здесь было бы меньше просто, у нас бы это не выполнилось, то есть аит меньше бжит, в таком случае не выполняется. И мы взяли элемент из бжитого, хотя должны были взять первым элемент из аитого. Вот, если мы как раз поменяем вот здесь, поменяем на меньше либо равно, тогда сортировка станет магически на уровне стабильной. Вот и все. Всем понятно, почему так? Вопросы какие-то ко всей, может быть, ко всем сортировкам? Нет вопросов? Окей. Нет. Глеб. Да, Глеб. Что-то... Да. Кажется, следующий был. Да, окей. Да. Так, ну ладно, у меня, видимо, все. Сейчас Глеб расскажет про другие сортировки. Так, всем привет. Кажется, у вас сейчас должен быть мой экран. Верно ли это? Напишите в чатик, да или нет. Да. Отлично, хорошо. В общем, я хочу поговорить с вами о быстрой сортировке. В чем основная идея? Эта сортировка делает следующее. Она берет массив, выбирает в нем опорный элемент, и затем все элементы, которые меньше опорного, складывает в первую часть, а все элементы, которые больше опорного, во вторую часть. Глеб, можно я отвлеку на секунду? Меня Таня просила помочь провели А с семинаром, я пойду к ним сейчас. Окей, хорошо. Меня не будет потом после лекции. Вот. Хорошо. А, так вот. А, извините, а что мы сейчас... о какой сортировке идет речь? Quicksort. Быстрая сортировка, Quicksort. Спасибо. Отлично. Идея. Мы берем опорный элемент, все элементы, которые меньше, складываем в первую часть, все элементы, которые больше, складываем во вторую часть. Окей. Понятна ли такая идея? А если да. Равные элементы? Да. Чего еще раз? А если элемент равен выбранному? Ну, а, пока отложим такой пример, будем считать, что все числа в массиве уникальны. Окей? Мы будем считать, что нам дан идеальный элемент. Массив. Тоже отложим пока этот вопрос. Хорошо. Так вот. А, вопрос. Складываем не в сортированном порядке, просто... Да, складываем в каком-то порядке. А, в любом. Теперь, когда мы так разделили, давайте отсортируем левую и отсортируем правую часть отдельно. То есть части, которые больше икса, части, которые меньше икса. Окей? Да. Такой же быстрой сортировкой. Я утверждаю, что если мы так будем делать рекурсивно, то в конце концов мы отсортируем массив. Согласны? Ну да. Потому что в крайнем случае мы просто выберем каждый элемент как опорный и отсортируем все элементы, кроме этого, и предыдущих. Отлично. Также очень хороший пример. Вот есть визуальный. Escape. Вот какой-то массивчик.
и сортируем его. Go. Так, стоп, я не то включил. По-моему, это bubble sort. Да, quick sort. Sort, go. Вот, он выбирает какой-то элемент, например, тройку. Дальше находит все элементы, которые больше. Дальше 38. И вот так будет делать рекурсивно, пока не отсортирует. Отлично. Давайте напишем псевдокод. Так, всем ли понятен алгоритм в теории? Да. Напишите плюсик или минусик в чат. Как мы опорный элемент выбираем? Это детали. Мы их пока не обсуждаем. Пока обсуждаем в целом. Отлично. Давайте напишем какой-то псевдокод. Так, я буду писать на подобии плюсов и питона, поэтому прошу прощения. А, стоп, у меня есть код. Вот. Вот такой примерно код. То есть, что мы делаем? Мы берем элемент L и R. Проверяем то, что L меньше R, потому что если они равны, то у нас массив длины 1, его уже отсортирован. Выбираем опорный элемент. Тут, например, предлагается как опорный выбирать середину. Затем делим честно массив. Девайт — это функция, которая будет разбивать сначала меньше, потом x, потом больше. Затем сортируем левую часть, затем сортируем правую часть. Понятен ли вам код? Плюсики, да, минусы, LR — это индексы чего? LR — это индексы начала и конца отрезка. А, подмножество. Да, про асимптотику мы тоже пока не говорим. Окей. Я считаю, что код всем понятен, потому что мне никто не написал обратно. Давайте тогда обсудим, за сколько работает этот алгоритм. Давайте предположим, что мы выбираем опорный элемент плохо. Например, всегда выбираем наибольшее число. За сколько тогда будет работать этот алгоритм? N квадрат. N квадрат. Прекрасно. Давайте теперь предположим, что у нас очень хороший случай, и мы всегда выбираем медиану. Все ли знают, что такое медиана, или лучше рассказать? Напишите в чатик минус или плюс, если не знаете. Не знаете. Отлично. Смотрите. Медиана — это такой элемент, что половина элементов меньше него, а половина больше него. Окей? За сколько будет работать тогда наша сортировка, если мы всегда выбираем медиану? Логарифм. N log n. Да, n log n, потому что мы каждый раз делим массив на 2, и как и в предыдущем алгоритме, получится n log n. Да. Прекрасно. Отлично. Так вот. Но медиану выбирать плохо. Например, потому что мы не умеем ее хорошо искать. Да, мы за линию еще. Поэтому в большинстве алгоритмов, которые видел, выбирают одну из трех вещей. Первую. Либо стартовый элемент, либо средний элемент, либо конечный элемент. Либо медиану этих трех элементов, либо рандомный элемент. А можно вопрос? Да. В чем вообще преимущество квиксорта, если... Память это вопрос на потом. Пока мы обсуждаем сам алгоритм. Преимущества и отставания — это последняя часть. Так вот, утверждается, что если выбирать рандомный элемент как пивот, опорный элемент, то асимптотика алгоритма будет n log n. А как мы берем рандомный элемент? Как мы берем рандомный элемент? Ну, если ты пишешь на плюсах, то там есть следующая библиотека. MT1937, кажется. Ну и в крайнем случае у вас всегда есть ранд, который встроен в плюсы. Единственное, знаете ли вы проблему, связанную с рандом в плюсах? Ну, она всегда в рандом. Тоже число, там. Нет, но ее надо вначале инициализировать, чтобы он рандом выдавал всегда. Нет, не в этом проблема. Он и так выдает рандом, просто он выдает рандом не от рандомного ключа. Ну вот. Ключ надо другой поставить. Да, отлично. Там надо ранд сдвинуть на 16. В чем проблема? Рандом не определен. То есть, типа, у него может быть любой интервал. И очень часто у вас будет так, что рандом от 0 до 32200 с лишним. Ну, как вы понимаете, это очень мало. Например, если у вас массив длины 100 тысяч. У вас очень часто будет одно и то же рандомное число. Поэтому берут ранд. Умножить на 2 в 16 плюс ранд. Или использовать библиотеку MT19937. Если погуглю, так ли она пишется.
АНП 1,9. Какая разница? Мы же через бицы подключаем. Да, именно так. А, потому что ее нет в бицах. Кажется, это правда. Да, и объявляется на следующем образом. Объявляется на следующем образом. МТ 1937. Ген time null. Ну, time null — это объявление того, что у вас, как изначальный рандом, будет использоваться время. Это всем понятно? Здесь вы также можете написать какое-то любимое вами число, например, 42. А еще раз, что это значит? Это объявление ключа рандома. Так называемый сик. О том, как работает рандом, я вам говорить не буду, просто сик. Time null — это было объявление начального времени. И дальше вы просто используете следующим образом. Вы вызываете функцию gen. Окей, всем ли понятен такой рандом? Чем тут 42? Это, ну, потому что такое число. Можно. Да, можно любимое больше. Число мое, 42. А, так вот, или то есть как оно я сказал... ни на что не влияет, да? Это ключ рандома. Ты можешь поставить любое число. А, ну ладно. Можешь поставить 0. Можешь 1. Можешь 2. И так далее. Он тоже от 0 до 1 возвращает значение. А, он возвращает... Как тут получить случайное значение от LDR? А, это вы уже разберетесь сами. Это не входит в лекцию. Я думаю, что вы умеете это делать. Если не умеете и не разберетесь за полчаса, можете мне написать. Но я верю, что вы можете с этим справиться. Окей. Так вот, выбираем рандомное значение, и практически всегда вы можете рассчитывать, что это будет работать быстро. Теперь, еще была следующая проблема. Вы правильно сказали. А если есть равные числа? Ну, тут все очень просто. Давайте договоримся, что мы равные числа просто игнорируем. А в конце, когда уже отсортируем левую и правую часть, добавим обратно в массив. Окей, остались ли еще вопросы, кроме «А зачем вообще нужен этот алгоритм?» Полагаю, что нет. Можно еще раз про вторую версию рандома? Ну, вот так вот объявляешь, вот так вот используешь. А есть на CPP референс? Ну, get, например, 2. 9, 3, не уверен. Сейчас погуглил, вроде есть, да. Ну, давай просто загуглим. МТ 19937. Да, есть на CPP референс, есть чуть-чуть рандома на CodeForce. Окей. Отлично. В общем, утверждаю, что нужно брать рандомный элемент. МТ, что это такое? Загугли. Вы должны уметь гуглить. Если тебе не нравится гуглить, ты всегда можешь использовать рандом, встроенный в плюсы. Чуть подробнее о плюсовых фишках мы поговорим на другом занятии, на занятии по STL. Окей. Верно ли, что ни у кого не осталось вопросов по тому, как реализовать алгоритм, или по тому, как он работает теоретически. Ваня, какие у тебя вопросы остались? А, плюс, окей. Зачем выбирать рандомный элемент? Потому что, если ты так выберешь, то у тебя будет хорошо работать. Доказывать это мы не будем, это достаточно сложный материал. Как реализовать? Можете повторить. Ну, я вот показывал реализацию. Выбираешь какой-то опорный элемент, делаешь функцию divide, которая разбивает массив сначала на меньшие, потом на равные, потом на большие. Затем сортируешь рекурсивно левую часть, затем правую часть. Почему сортируется хорошо? Еще раз, понятно ли, почему сортируется хорошо, если ты будешь выбирать медиану? Ульяна? Ну, да, потому... понятно. Ну, потому что смотри, медиана — это такой элемент, что меньше него половина и больше него половина. То есть ты как в межсорте каждый раз будешь приходить к половине меньшей. Почему сортируется хорошо, если выбирать рандомный элемент, вам объяснят на втором, третьем курсе или первом курсе института, то есть из того, куда вы поступите. Сейчас это такая вещь, как матожидание, и это не очень простая вещь. Окей. А как мы реализуем divide? Ну, я думаю, ты в силах его реализовать. Просто проходишь за, то линию, за линию, да? По массивчику. Ну, да, за линию. А, понятно. Окей, равный просто вычеркиваем из LR. Как тебе удобно? Я вычеркиваю. И потом вставляю обратно. Это уже зависит от реализации, поэтому такие вещи я не буду обсуждать. Окей, теперь зачем это нужно? Если вам повезло с рандомом, это одна из самых быстрых сортировок в мире, которая по константе будет работать быстрее межсорта.
Также у нее есть очень полезное применение. Помните, я сказал, что мы не умеем искать медиану быстро? Оказывается, умеем. С помощью квиксорта мы сможем искать медиану за O от N. Как мы это сделаем? Смотрите, что мы сейчас делали? Мы брали массивчик, выбирали опорный элемент и находили все элементы, которые меньше, и все элементы, которые больше. Окей? Ну тогда смотрите. Пускай нам нужно найти уже не медиану, а катую порядковую статистику. Катая порядковая статистика — это такой элемент массива, что меньше него в массиве k элементов. Пусть здесь x элементов. Тогда что вы можете сказать? Нам нужно найти x порядковую. Опорный элемент — это x порядковая статистика. Опорный элемент — это x порядковая статистика, да. Я пока рассказываю, как мы медиану ищем при помощи квиксорта. Так вот, вы правильно сказали, что вы знаете, что опорный элемент x — это порядковая статистика. Тогда, если k больше x, что вы можете сказать? А k — это что? K — это k — порядковая статистика, которую вам нужно найти. То есть это... То есть вам нужно найти катую порядковую статистику. При этом вам известно, что опорный элемент — это x порядковая статистика. И теперь я вам говорю, что x меньше k. Порядковая статистика — это сколько элементов меньше данного? Берем элемент больше. Сейчас, меня попросили сначала. Ваня, ты понял быструю сортировку? Отлично. Теперь смотри. Наша задача — найти катую порядковую статистику. Что это такое? Это такое число массива, что в массиве меньше него k элементов. Ну, давай я напишу. Кт порядка статистика. Кт порядка статистика равна x, если k элементов меньше x. K элементов. Окей? Отлично. Как я предлагаю искать? Я предлагаю воспользоваться квиксортом. И давайте посмотрим на какой-то шаг квиксорта. Что нам известно? Нам известно, что меньше опорного элемента x элементов. Тогда понятно, что опорный элемент — это x порядковая статистика. Тогда пусть я вам говорю, что k больше x. Что вы мне можете сказать о k порядковой статистике? Какие идеи у вас есть? Она лежит правее. Да, она лежит правее, она лежит в этой части. А если k меньше x? Она слева. Да, она левее. А если k равно x? Мы нашли. Поздравляю, вы нашли, да. Теперь это смотрите. Поиск уже какой-то. Если бы мы всегда брали как опорный элемент медиану, то сколько бы работал такой алгоритм? Он бы работал за n log n медиан. N плюс n пополам, плюс n делить на 4, плюс n делить на 8 и так далее. Кто-то знает, чему равна такая сумма? 2n. n квадрат делить на 6. Да, она равна 2n. Почему это так? Возможно, вы в школе когда-нибудь видели вот такую сумму. Да, они обе в пределе... Да. Ну, в пределе равно 2, да. А как это доказывать? Мне очень нравится доказательство с квадратиком. Вот с прямоугольничком, точнее. Давайте нарисуем прямоугольничек 1 на 2. Каждый раз мы берем и вычеркиваем половину оставшегося прямоугольничка. Тогда понятно, что в конце мы просто оставим какой-то маленький кусочек. То есть, если мы будем обрубать бесконечно, мы получим весь прямоугольничек. Отлично. То есть, в итоге, если мы всегда берем медиану, этот алгоритм работает за O от N. Все ли согласны с этим? Ну, да. Также снова можно доказать, что если мы берем рандомный элемент, то он от ожидания O от N.
Доказывать это мы не будем, мы просто поверим мне. Если хотите, можете загуглить. Вроде как доказательства даже есть на Нерке. Окей, прекрасно. То есть в итоге мы научились искать катую порядку статистику за O от N. Окей? Плюсики, минусики в чат. Ну, более-менее. Также, наверное, это не стоит говорить, но я скажу. Есть в плюсах такая вещь, как cas element. Ой, ends element, прошу прощения. Ends element. Вот так она пишется. Она возвращает катую порядку статистику массива. И работает ровно так же. Ну, в смысле, n. Ну, в смысле, катую порядку статистику или n порядку статистику. Ну, в смысле, ты передаешь параметры n, очевидно. Ну, то есть ты вызываешь ее и говоришь, что типа. Сейчас, какая там. Там должно быть начало, элемент, который тебе нужен, и конец. То есть, например, если ты сортируешь вектор. Ой, если ищешь катую порядку статистику вектора, это будет vbegin. Vbegin плюс. 5, например, ну, плюс k, и vend. И тогда в полученном массиве у вас vbegin плюс kt будет равно kt порядка статистики. Более подробно вы можете почитать на CPP Reference или послушать, когда будет занятие по STD, по STL. Окей, остались ли у вас какие-то вопросы ко мне? Нет. Прошу прощения. Выбрали некоторые элементы x, проверим количество элементов ниже него. Затем что? Затем посмотрим, это количество элементов меньше, чем нам нужно, или больше, чем нам нужно. Если больше, чем нам нужно, то какой-то из этих элементов k-то порядка статистика. Если меньше, то какой-то из тех, которые больше. И в итоге мы тогда идем либо в левую часть, либо в правую часть. Мы пока не знаем, что такое бин-поиск. Как же мы тогда сюда попали? Кажется, на отборе не надо было знать бин-поиск, чтобы пройти. На B-штрих надо было. Надо было. Нет. А, да, там бин-поиск по ответу разве нужен был? Кажется, нет. Ну, наверное, есть решение, где мне нужен бин-поиск, но... Нет, вопрос в другом, то, что можно было пройти и без знания бин-поиска. Когда контест откроют? Чуть попозже. Я попытался сделать вам рассылку паролей, у меня не получилось, меня забанили за то, что я спамлю. Поэтому сейчас я вам скину бота, через которого вы сможете достать свой логин-пароль. Смотрите здесь, еще раз, можно уточнить? Еще раз? Я хочу уточнить. Мы ищем катую порядковую статистику, если k больше x, x мы взяли как медиану, то ищем k... Нет, x мы взяли не как медиану, x мы взяли как рандомный элемент. А, угу. Еще раз, мы взяли рандомный элемент, и теперь мы знаем, что он x это порядковая статистика. Потому что x элементов меньше него. Да, понял. А кому логин и пароль дошел, прекрасно. Те, кому не дошел, вам скину бота. Тем, кого нет и в боте, это значит, что у вас очень плохая почта. Напишите мне в личку. Надеюсь, таких людей останется 2-3. Смотри еще раз. Мы выбрали опорный элемент. Посмотри, сколько элементов меньше него. Пусть меньше него x элементов. Окей? Mm-hmm. Тогда он x это порядковая статистика. Согласен? Да. Yeah. Тогда если k больше x, то k это порядковая статистика справа. Иначе слева. Согласен? Да, если равна, то тогда мы рекурсивно можем спуститься либо в левую, либо в правую часть. Угу. Вот такое красивое, прекрасное решение. Все понял. Окей. Если вам логин и пароль дошел, просто реально прекрасно. Это значит, что я успел отправить письмо до того, как меня забанили. Потому что питоновские скрипты — это бан. А где нужно эту статистику знать? Ну, это просто красивая идея, которая может вам понадобиться. А встроен юзаем или нет? В данном контексте, если задача выглядит как напишите катую порядку статистику, напишите сортировку или подобное, нет, встроенный нельзя использовать. Окей. Остались ли вопросы по теории? А когда нет. Мы спускаемся в левую или правую часть, то что там? А рекурсивно также ищем. А, ок. Ну, я маленький вопрос задам. А у нас... Почему у АТН ожидание получается за этот алгоритм? Да. А почему? У АТН от ожидания. А, ладно, вы не расскажете. Почему я могу либо тебе скинуть просто статью об этом? Сам найду. В крайнем случае можешь обратиться ко мне, я тебе посчитаю от ожидания, если ты знаешь, что такое ряды. А где можно найти бота? Я его сейчас скину просто в ТГ. А, сейчас, наверное, я могу даже сейчас его прям скинуть. Секунду. Давайте тогда посидим еще, пообщаемся. Можете меня что-то спрашивать.
Да, техническая лекция закончилась. Если у вас остались какие-то вопросы по теории, в задаче А можно или нет? Я сказал, если задача написана, напишите алгоритм сортировки, нельзя. Если не написано, можно. Можно один вопросик? Да, сейчас, секунду. Я переслал вам... Секунду. У меня что-то с интернетом. Можно логин? Можно не отправлять мне такие сообщения всю пару в личку? Это некрасиво. Бэштрих Тинькофф. Я скинул бота, можете заходить. А можно как-то втихаря прорешивать контест других параллелей? А, смотри, давай так. Если ты прорешаешь контест своей параллели, ты можешь мне написать, я тебе дам доступ к более высокой параллели. Насколько эффективно обсуждаются занятия будут раз в неделю по субботам? Это лучше не ко мне. Можешь спросить прямо в чатике. Насколько эффективно обсуждается вопрос о том, чтобы... Я проигнорирую этот вопрос. Не ко мне, опять-таки. Все, тогда, видимо, всем пока. Смотрите, тактика такая. Если вам пришло на почту письмо с паролем, прекрасно. Если не пришло, пишите в бота. Если в боте вас нету, потому что вы что-то сделали плохо, то пишите мне в личку. Все, всем пока, всем удачи.